уақытта өтіп жатыр. Онлайн және офлайн. На залда отырған Қорқыт Ата университетінің профессорлар, оқытушылар құрамы, жас ғалымдар, докторанттар, магистранттар және онлайн бізде мәжіліс парламентінің депутаттары, білім және ғылым министрлігі, экология және табиғи қорлар министрлігі және де энергетика министрлігінің өкілдері, басшылары қатысып отыр. Қазір техникалық жағын айтып кетейін. Онлайн қатысып отырған адамдар, сіздерде де барлық құқықтарыңыз бар. Қоятын сұрақтарыңызды онлайн Zoom форматында, платформасында өздеріңіздің сұрақтарыңызды жазып, чатқа жазсаңыздар болады. Оның барлығын біздің маман, IT секторында отырған маман бәрін бақылап, сізге модераторларға беріп отырады. Сұрақтарыңыздың бәріне жауап ала аласыздар. Және де мына жерде бағдарламада айтылған баяндамашылардан басқа тақырып өте өзекті болғаннан кейін сөйлеймін деген адамдардың барлығына біз сөз береміз. Ұсыныстарымен және өздерінің ойларымен бөлісуге болады. Бүгін біз сол үшін осы мәселені қарастыруға, талқылауға бәріміз жиналып отырмыз. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня у нас конференция проходит в двух форматах, онлайн и офлайн. Я прошу те, которые подключились в онлайн формате, вы имеете все право написать все ваши вопросы, предложения, рекомендации в чате, так как чат прослеживается. Также моментально оно передается модератору для модерирования, для получения ответа и для других целей, для того, чтобы удовлетворить все ваши запросы по заявленной тематике. Қазір енді біздің конференцияға 50-ден астам адамдар қатысып, онлайн қатысып отыр. Және де осы жерде офлайн Қорқыт Ата университетінің мұғалімдер, профессорлар құрамы қатысып отыр. Қазір енді конференциямызды бастауға рұқсат беріңіздер. Қайырлы күн, әріптестер. Тағы да бүгін міне Қорқыт Ата университетінде үлкен тарихи іс-шара жүргізіп жатырмыз. Осы білім ордасында, әулиелі жерде жақсы профессорлар мен оқытушылардың құрамы мен бірлесіп, өзіміздің осы жасыл экономикаға қалай үлес қосатынымызды, оның кадрлар мәселесін талқылап, өндірістің кейбір жаңа технологияларын, өндірістің жаңа форматта дамуына осы кадрлардың қандай күш сала алады, қандай өздерінің үлестерін қоса алады деген сұрақтардың төңірегінде бүгін бас қосып отырмыз. Және де хочу представить, что я представляю Международный центр зеленых технологий, инвестиционных проектов. Наша организация 100% относится к Министерству экологии и природных ресурсов. Основная деятельность нашего центра – это оказание содействия продвижению вопросов зеленой экономики, продвижение вопросов стратегии низкоуглеродного развития. Все те документы, которые были приняты правительством, утверждены стратегии, все вопросы в нашем обозрении, в нашем внимании. Основная миссия, конечно, с момента создания, в 2018 году был создан наш центр. С момента создания наш центр занимается изучением, анализом, мониторингом всех производственных предприятий на вопросы перехода их к принципам наилучших доступных техник. На сегодняшний день центр провел очень большую работу. Министерством энергетики в свое время было определено топ-50 предприятий, топ-50 загрязнителей, которые необходимо их подготавливать к переводу на принципы наилучших доступных техник. Я еще раз отмечаю, что с 2018 года, проводя такое исследование, проводя такой большой комплекс пласт работы, мы остановились на том, что хорошо, по принятому новому экологическому кодексу, кто будет внедрять наилучшие доступные техники? Кто? Кадры готовы? Вы готовите кадров новой формации?
Вы ввели в рабочие программы запросы рынка. Вы рассмотрели все необходимые требования рынка в своих рабочих, учебных, типовых программах. Вот такой посыл сегодняшнего мероприятия. Қазір енді біздің конференцияның ашылу сөзін құрметті Жанбыршин Еділ Терекбайұлына сөз бергім келіп отыр. Еділ Терекбайұлы өзімізге жақын, ғалым, депутат, саясаткер. Қазірде біз көрерменде барлық болып жатқан саяси жағдайларда да Еділ Терекбайұлының үлкен региондарда жүріп, осындай табиғат апатынан болған қолаңсыз жағдайлардың барлығын басында көзінде болып, халықпен кездесіп, осы мәселелерді шешуге атсалысып, осы мәжіліс парламентінің қазіргі таңдағы экология мәселесін бүкіл республика көлемінде көтеріп, күн тәртібіне қойып отырған біздің құрметті азаматымыз Еділ Терекбайұлы біздің центрда да біраз жұмыстарымен, ұсыныстарымен, өзінің ескертпелерімен бізге әрдайым көз қырын салып жүреді. Сондықтан менің ойымша кадр мәселесін дайындауда тек қана білім және ғылым министрлігі емес, отраслевой, именно салалық министрліктің, салалық аралықтың да жоғарғы лауазымдағы адамдардың көзқарасы тыңдауға, осы біздің конференцияны ашық беруге өзіңізге құрметтеп сөз бергім келіп отыр. Еділ Терекбайұлы, сіз бізбен, сіз көріп отырмыз, сізге сөз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, мен дауысым естіліп тұр ма? Сіз өте жақсы естіліп тұр, экраннан да жақсы көріп тұрмыз. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, Сыр өлінің өкесінің өкілдері, осы конференцияға қатысушылар, біріншіден осы конференцияны ұйымдастырып отқан ұйымдастырушыларға үлкен рахмет. Өзекті мәселені көтеріп отырсыздар. Қай кезде де, қай бағытта да, қай шаруанда жасайтын адам, яғни кадрлар жасайды. Оның үстіне осы қазіргі көтеріп отқан мәселелерге байланысты мына жаңартылған энергия көздерін, сол технологиялар дамыту, олармен жұмыс жасау дейтін тек қана Қазақстанда емес, әлемдегі үлкен трендтердің бірі. Өйткені өздеріңіз жақсы білесіздер, қазір климаттың өзгеруіне байланысты Біріккен ұлттар ұйымының деңгейінде көптеген әлемдік мемлекеттер бас қосып, осы климаттың өзгеруін қалай тоқтатамыз, мына парниктік газдарды қалай азайтамыз, жалпы мына технологияларға қандай өзгерістер енгіземіз дейтін мәселелерді әр түрлі алаңдарда көтеріп жүр. Жақсы білесіздер, бірінші мына Рио-де-Жанейрода өткен Біріккен ұлттар ұйымының резолюциясы болды, одан кейін Киотодағы хаттама болды, 16-шы жылы Париждегі келісім бойынша мемлекеттер осы 1991 жылғы деңгейден бері қарай парниктік газдардың деңгейін ұстап тұру дейтін өздеріне міндеттеме қабылдай бастады. Яғни қазіргі шығып жатқан CO2 дейді ғой, CO2-ны қалай да азайтамыз, метанды қалай азайтамыз, басқа да жаңа парниктік газдарды қалай азайтамыз дейтін мәселе қазір барлық мемлекеттердің саясатына айналды. Осыған орай Қазақстан Республикасы 2023 жылы президенттің жарлығымен бізде төменгі көміртектік бейтараптық деген стратегияны қабылдадық 2060 жылға дейін. Осы 2060 жылға дейінгі стратегия бойынша біз көмірмен жұмыс жасайтын генерацияны 0%-ға дейін әкелуіміз керек. Бұл не деген сөз? Біздегі бүкіл жұмыс жасайтын энергетика саласындағы жылу электр станцияларын біз басқа отын түріне немесе басқа энергия көздерін пайдалану арқылы елімізге электр энергиясын беруіміз керек. Өте амбициялық бұл көрсеткіштер, өте қиын, себебі біздегі шығарылатын энергияның 70% көмір арқылы жұмыс жасап отыр. Әсіресе мына солтүстік орталық Қазақстандағы және оңтүстік Қазақстан кейбір жерлеріндегі біздегі генерацияның көбі көмірмен жұмыс жасайды. Яғни органикалық отынмен жұмыс жасайды. Органикалық отын жанғанда өздеріңіз білесіздер, CO2 пайда болады, ол парниктік газ болып есептеледі. Енді қазір мемлекет осы бағытта
арнайы тұжырымдама қабылдаған, жақсы білесіздер, жасыл энергетика, жасыл экономикаға байланысты. Біздегі қазіргі энергетиканың құрылымына қарайтын болсақ, бізде жасыл энергетика деп айтып жүргеніміз жаңағы жаңартылатын энергия көздері, жел мен күнді айтатын болсақ, ол 4,5%-ның, 5%-ның жобасында, ал мына гидроэлектростанциялардың біздегі үлесі жобамен 7,8%-ның жобасында. Яғни 12-13% ғана біздің бүкіл шығарып жатырған энергетикамыз осы жаңартылған энергия көздерімен іске асады. Енді мемлекет бұл тарапта не істеп жатыр? Жаңа стратегиядан, тұжырымдамадан басқа Қазақстанда жаңартылған энергия көздерін дамыту жөнінде заң қабылданған болатын. Қазір сол заңға өзгеріс енгізу жөнінде бізде заң жобасы жатыр. Бұйырса осы алдағы уақытта жақын арада оны екінші оқылымда атып қабылданады. Онда ол жердегі қазіргі өзгеріс бұл мына шағын ауқымды объектілер ұғымын енгізіп осы мына ірі жаңартылған энергия көздерін емес мына шағында энергия көздеріне солар дамытуға көмек жасау. Себебі әркім өзіне сондай энергия көздерін қойып өздерін энергиямен қамтамасыз ету, артығын энергия жүйеге беру. Осы мәселелерді қазір қарастырып жатырмыз. Енді кадр мәселесіне келетін болса, құрметті азаматтар, менде осы 20 жылдай жоғарғы мектеп саласында жұмыс жасадым, білім министрлігінде жұмыс жасадым. Бұның жалпы ішінен білем дегенім ғой. Осы мәселе бізді қатты толғандырып отыр, себебі қазіргі біздің өзіміздің жасап жатқан дәстүрлі энергетиканың өзіне мамандар жетіспейді. Мамандардың әлеуметтік қорғалуы өте төмен. Не осы бір проблема, екінші проблема болашақ өзіміздің энергия көздерін мамандарды қалай дайындаймыз деген. Енді ол үшін біз білуіміз керек, қандай біз энергия көздерін дамытамыз. Жел мен күнді жаңа айтып отырған бүкіл көмір генерациясын ауыстыру мүмкін емес. Себебі энергетиканы білетін азаматтар нақты қанып, ол жерде күн мен жел деген бұл ауысып тұрады. Күн батып кетеді, кейде жел болмай қалады. Сондықтан осы энергия жүйедегі 50 герцті біз ұстап тұруымыз керек. Ол үшін базалық деңгейде жұмыс жасайтын, отынмен жұмыс жасайтын бізге энергетика керек. Қазіргі таңдайда ол көмір. Енді көмірді немен алмастырамыз дейтін сұрақ туындайды. Бұны не газбен алмастыруымыз керек, не біз басқа отын түрін табуымыз керек. Қазір мына әлемдегі трендтерді қарайтын болсақ, мен жақында осы өткен жылдың аяғында Германияда болып келдім. Немістер бұлар жасыл сутегі қарай кетіп баратыр. Жалпы сіздерге айта кететін жайт, мына әлемдегі энергетикалық стратегияны алайтын болсақ, бұл жерде үш бағытты айтады. Бірінші метан гидратты дамытуымыз керек, екінші жасыл сутегін дамытуымыз керек. Үшінші термоядролық синтезді дамытуымыз керек. Төртінші әлі адамзат баласы ойлап таппаған энергия көздері деп біздің сарапшылар мен мамандар айтады. Яғни біздің дайындайтын кадрларымыз жаңа айтқан бағыттарға бағытталу керек. Термоядролық синтез, жасыл сутегі немесе жаңа газбен жұмыс жасайтын. Сондықтан осы бағыттағы мамандарды дайындау қазір ең өзекті мәселелердің бірі деп есептеймін. Оның үстіне жаңа айтып отырған күн энергиясын, жел энергиясын, су гидроэлектр станциялар тұрғызу арқылы да біз өзіміздегі энергия көздерінің бағытын дамытатын боламыз. Күні кеше осы Total компаниясының бізде 1 гигаваттық энергия көзін салу жөнінде ратификацияны мәжіліс қабылдады, сенаттан өтті, президент қол қойды. Яғни бізде жаңа айтып отырған жаңартылған энергия көздері де қарқынды дамитын болады. Сондықтан бүкіл біздегі оқу орындары, ол тек қана жоғары оқу орындары емес, колледждерде, мектептерде осы жаңартылған энергия көздеріне бағытталған өздерінің бағдарламаларын, стандарттарын, мамандарын, лабораторияларын дайындау керек. Мысалы, Германияда мен Гамбургтен қалада болдым, сол жерде арнайы үлкен ірі лаборатория жасақталған, ол тек қана аты лаборатория болғанмен, ол үлкен бір ғимарат. Ол жерде барлық жаңа құрылымдар бар, күн, жел, метан, жаңа айтып отырған сутегі бәрін өздері қамтамасыз етеді. Жаңа жылу насосы бар, жылумен өзін қамтамасыз етеді. Артық қалған энергияны олар қалаға беріп отыр. Міне осындай мәселелерді қазір біз жолға қоймасақ, ертең көштің соңында қалып қоямыз. Мысалы, ауадағы CO2-дан, жаңа парниктік газдан немістер
жа синтетикалық отын алып отыр. Ол да мысалы жаңа бағыттың бірі. Жасыл аммиак деген мәселе бар қазір. Мысалы сутегіні тасымалдаудың өзі үлкен проблема. Ол өте қауіпті отын болып есептеледі. Сондықтан жасыл аммиак түрінде тасымалдап, оны қайттан өңдейтінде мәселелерді айтып жүр. Сондықтан біздерге жаңа айтып отырған химия бағытында да мамандар дайындауымыз керек. Енді тағы бір айтатын мәселе, мына биоотын деген мәселелерде қазір көтеріліп жүр. Бұл жөнінде де мамандар керек. Яғни қазіргі әлемдегі трендтерді зерттей отырып, біздің ғылым, білім министрлігі және мына жоғарғы оқу орындарының басшылары, колледждің басшылары әлемдегі трендтерді қарап, сол бойынша алмасу, кадр алмасу, немесе оқу бағдарламарын алмасу сияқты мәселелермен жұмыс жасап, өздеріндегі бүкіл оқу процестерін басқа рельске қою керек. Әйтпесе, біз ертең кеш қалып қоямыз. Бір жағынан біз қазіргі өзіміздің экономикамызға мамандар дайындау отырған жаңа мамандарды дайындауға біз кірісуіміз керек. Сондықтан, құрметті әріптестер, көтеріп отырған мәселелеріңіз өте өзекті. Жалпы бұл кешенді мемлекеттік тарапынан жүйелі жұмысты қажет етеді. Егер де қандай да бір заңға өзгеріс енгізу қажет болатын болса, осы жерде міне біздің әріптесіміз Жұлдыз Дүсбергенге Сүлейменова қатысып отыр. Олардың комитеті осы білім ғылым саласында жұмыс жасайды. Маман өзінің ісін өте жақсы білетін азамат әріптесіміз. Жақында осы ғылым және ғылым технологиялары байланысы заң бізден өтті. Алда да басқа өзіміздің жоспарларымыз бар. Мына ғылым қалаларын жасау жөнінде Қазақстанда ойлар бар. Бізде ұлттық ядролық орталық бар. Термоядроны синтезбен айналысып отқан, сутегімен айналысып отқан. Институт ядроны физика бар. Солардың басшыларымен біздің комитеттің және осы Жұлдыз Досберген қызы жұмыс жасайтын әлеуметтік және мәдениет комитетімен бірлесіп, бүкіл шаруаларды жасақтауға болады. Біз онымен сіздермен жұмыс жасауға дайынбыз. Сондықтан мына бүгінгі конференцияларыңызға, секцияларыңызға сәттілік тілеймін. Жұмыстарыңыз жемісті болсын. Рахмет. Егер сұрақтарыңыз болса, жауап беруге мен дайынмын. Үлкен рахмет, Еділ Терекбайұлы. Мені естіп тұрсыз ба? Сізді барлығы естіп тұрмын. Иә, естіп тұрмын, естіп тұрмын. Еділ Терекбайұлы өте үлкен ауқымды ашу сөзін жақсылап айттыңыз бізге. Жаңа да айтып жатырсыз, жасыл аммиак, жасыл экономикаға байланысты көп іздену бағыттарын атап өттіңіз. Осының барлығы мына отырған профессорлық оқытушылар құрамының құлағына алтын сырға деп айтқым келеді. Себебі бір жерде қатып қалған нәрсе жоқ, бір жерде қатып қалған бағдарлама жоқ. Қазіргі мамандықтарды осы жасыл экономикаға байланысты мамандықтардың атын, мамандықтардың оқитын пәндерінің тізімін қайтадан қарастыруға тура келер. Себебі Қазақстан тарапынан 2006 жылы қойылған төмен көміртекті даму бағытында мақсаттарға жету үшін осы ең мықты күш беретін кадрларды дайындайтын осы білім ордалары. Сондықтан тағы да Еділ Терекбайұлы, өзіңіздің бір бүйіріңіз бізге жақын болғаннан кейін, ғалым болғаннан кейін сіз бұл мәселені тереңнен түсініп бізге жақсы бағыттарды атап бердіңіз. Қолдауыңызға үлкен рахмет. Уақыт бөліп келгеніңізге, осы конференцияны бізге ашып бергеніңізге үлкен рахмет айтып, халықтың мерейін, абыройынан бөлене беріңіз. Қазіргі болып жатқан жағдайлардың барлығының мәселелерінің экологиялық салаларында болып жатқан көзіміз көріп отыр. Өзіңіздің комитетіңіздің жүгі ауыр деп айтсақ та болады. Сондықтан сізге жеңілдік, жұмысыңызға үлкен сәттілік тілейміз. Үлкен рахмет сізге. Мен бір зат қостым келеді. Мына немістер, Германия үлкен бізге жоба алып келгісі келіп отыр. Ол президент, екі елдің президенті, Германия мен біздің Қазақстанның президенті бұл мәселе жөнінде келіссөздер жүргізді. Алдын ала келісімдер қол қойылды. Маңғыстау облысында Германияның үлкен бір компаниясы 40 гигаваттық, 40 гигаватт. Қазір бүкіл Қазақстанда 17 гигаватт деп айтсақ, соның екі есе бүкіл қамтитын үлкен жобаны іске асырғысы келіп отыр. Жасыл сутегіне байланысты. 40 гигаватт, оның 70% желмен, 30% күннің жаңағы энергиясымен 40 гигаваттық үлкен жасыл сутегіні шығару жөнінде жоспар жасап жатыр. Яғни бұған бізге маман керек болады.
біреу кадрлар керек болады. Мен тек қана бір ғана жобаны айтып отырмын. Total-дың, Aquapower-дың, Маздардың проектілерін айтып отырған жоқпын. Әрқайсысы бір-бір гигаваттан. Мына 40 гигаваттық үлкен жоба. Бұлар қазір Германия өздерінде 45-ші жылға дейін 1200 тераваттық тұтыну керек электр энергиясын. Оның 265 тераватын бұлар сутегімен аламыз деп отыр. А Германия тек қана 96 тераватты ғана өздерінен шығара алады. А қалған 109 тераватты олар сырттан экспорт жасау керек. Сондықтан олар қазір энергия көздерін іздеуде. Олар үш көзді айтады. Біріншісі ол офшордан алу, я теңізден жылу, не, жел энергиясынан. Екіншісі солтүстік Африка, үшінші көздеп отқаны Қазақстандағы Маңғыстау. Міне осы үш көзден олар жасыл сутегіні алып, өздеріне алып келмекші. Яғни бұлардың қазіргі мақсаты өздеріндегі энергияны жайлап-жайлап мына жасыл энергиясына қарай ауыстыру. Бұл тек қана Германияда емес, бүкіл Еуроодақ солай жасайтын отыр. 2030 жылға дейін 80% энергиясын олар балама энергия көздеріне жасағысы келеді. Сондықтан құрметті осы жерде отырған әріптестер, алдымызда үлкен ауқымды жұмыстар тұр. Жаңа мамандықтар, жаңа бағдарламалар, жаңа стандарттар, жаңа компетенциялар. Осылардың бәрін қазір бастауымыз керек. Біз кеш қалып жатырмыз, кеш қалып қойдық. Олар деген өзі басқа деңгейге өтіп кеткен әлем деген. А біз әлі сол көмірдің, мазуттың айналасында жүрміз. А Герман Грефтің айтқаны бар 2015 жылы. Мұнай ғасыры бітті деп. Ол мұнай біткеннен емес, жаңа технологиялар пайда болды. Сондықтан қазір осы жаңа технологиялар игеретін бізге мамандар керек. Рахмет. Рахмет үлкен, үлкен рахмет сізге. Келесі сөзі енді конференциямыздың келесі ашу сөзін және Еділ Терекбайұлы айтып кетті, ғылым жағынан осы парламент мәжілісінің үлкен әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесі депутат Жұлдыз Досбергеннаға бергім келіп отыр. Жұлдыз Досбергенна, сіз бізбен бе? Иә, иә, саламатсыздар, құрметті қатысушылар, құрметті модератор, жаңа Еділ Терекбайұлы нақты осы мәселенің проблемалық тұстарына тоқталды, сондықтан да сөзді көп кешіктірмей соған тоқталғым келеді. Мен бұл конференцияға дайындалған кезде энергетика министрлігінің, Біріккен ұлттар ұйымының, сонымен қатар Қазақстандағы мынау басқа да зерттеулерді қарадым. Иә, бүгінгі таңда бізде жасыл энергетикаға көшу бойынша үлкен проблема, жаңа Еділ Терекбайұлы атап өткендей, бұл кадр тапшылығы, сонымен қатар білім беру бағдарламаларының сол кадрларды қалыптастырудағы шын айтқанда өздерінің бәсекеге қабілетті емес екендігі. Мысалы, бүгінгі таңда Қазақстанда білікті кадрлар 20%-ға тапшылығы деп көрсетіп отыр. Бұл ресми статистика, бірақ шын туайтына келгенде, әрине бізде бұдан да статистика жоғары болады. Не себепті? Өткені соңғы 4 жылда жалақының төмен деңгейі және кәсіптің тартымдылық мәселесіндегі проблемаларға байланысты энергетика саласынан 3000-ға жуық маман кетіп қалған екен. IT саласына, мұнай саласына. Бірақ біз жаңа жасыл энергетика деп айтқан кезде мен енді өзім Shell компаниясымен бірлесіп зияткерлік мектептерде мына күн панельдерін орналастырдық. Біз 10 мектепке күн панельдерін орналастырдық. Соның аясында біз балаларымызға мына STEM бағытында, жасыл экономика, жасыл энергетика бағытында жаңа білім беру бағдарламаларын әзірлеуді міндеттеп қойғанбыз 2018 жылы. Сол кездің өзінде біздің байқағанымыз, мысалы, тіпті білім саласында, физика, химия, биология, осы пәндердің өзара біріктіру саласында, мысалы, энергетика саласында инженерлер мен техникалардың күн панельдерінің, жел турбиналарының, гидроэнергетиканың және басқа да энергия көздерінің білім саласына кіріктірілуінде бізде мұғалімдер өте қатты қиналады. Бізде бұл бағдарламалар шын айтқанда өте аз және осыған біз көп көңіл бөлуіміз қажет деп атап өткім келеді. Бізде енді мына 36 университетте электр энергиясы деген білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды даярлайды. Осы 36 университеттің ішінде Қызылордадағы сіздердің Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің де тізімде бар екен. Бірақ бұл жерде не мәселені атап өткім келеді? Ең бірінші жасыл энергетика көздер саласында жұмыс істеу үшін, әрине қажетті білім мен дағдыларды дайындау үшін университетте жаңа білім беру бағдарламаларын қалыптастыруға ден қоюымыз қажет. Ол тек қана теориялық білім болмайды, ол әрине кәсіпорындармен серіктестік негізіндегі білім болады, сондықтан да осыған көп мән беру керек деп ойлаймыз. Біз өз тарапымыздан
қазіргі таңда білім және мәдениет саласындағы заң жобасын бірінші оқылымда мына неде қарастырылып жатыр жұмыс тобында. Соның аясында біз университеттерге білім беру бағдарламаларына қатысты өзгерістер енгізуде нормаларды қарастыруға дайын екендігімізді атап өткіміз келеді. Өйткені индустрия талаптарына сәйкес келетін білім беру бағдарламалары, оқу жоспарлары, тағылымдамалар осындай жасыл энергетика саласындағы серіктес кәдімгі кәсіпорындармен әзірленіп, ол колледждерде дуалды деп аталады, бірақ университеттерде дақты осындай барып көріп қолмен ұстайтындай дүние керек деп ойлаймын. Екінші, мына мансаптық деңгейде кәсіби өсуге байланысты бәсекеге қабілеттілік бойынша энергетика министрлігімен айлық жалақыны көтеруге де байланысты көп жұмыс жасалу қажет деп ойлаймын. Өйткені бізде энергетика саласында маманның тапшылығы айқын көрінеді. Ал осындай жаңа бағыттағы мына жасыл экономика, жасыл энергетика көздеріне байланысты менің ойымша мамандар тарту үшін бұл жерде тек қана бір пән емес, бірнеше пәндердің бірлескен интеграциясының аясында жұмыс жүргізілетін болғандықтан ол жерге әрине айлық жалақы қарастырылуы қажет деп ойлаймын. Енді үлкен мәселе, мысалы менеджмент, сонымен қатар инжиниринг мәселесі де көп айтылып жатыр. Осыған да көп көңіл бөлу қажет деп ойлаймын. Және мына жасыл энергетика саласындағы экологиялық таза технологиялар дамытуға бөлінген ғылымға қатысты қандай зерттеулер бар? Неге олар қолжетімсіз? Осы 36 университеттегі ғылыми инновациялық қандай да бір нәтижелі жұмыстар болса, солар қолжетімді болып, біз барлығымыз көруіміз қажет деп ойлаймын. Енді бұл, шын айтқанда, бізге бір алыс болашақ ретінде көрінуі мүмкін, бірақ ол жақын келіп тұрған кәдімгі, шын айтқанда, бүгінгі күннің дамуының негізді маңызды бағыттарының бірі. Біз бұдан ертең болсын, арғы күн болсын деп біз одан қашып құтыла алмаймыз. Өйткені әлемнің басым көп экономикасы қазіргі таңда мұнай немесе жер қойнауын пайдаланудан бөлек осы жасыл энергетика көздеріне көңілдерін бұрды. Экономикасын сол салаға сәйкес бағыттап жатыр. Әрине, бұл да бізге алыс емес, бізге бұл келеді. Бүгіннің өзінде ол бар, бірақ енді осы біздің экономикаға пайдалы болу үшін бізге мамандар қажет. Ал мамандарымызды жақсы даярлап, ол біздің экономикамызға жұмыс жасау үшін дұрыс білім беру бағдарламалары қажет. Бұл арада қаржылық маңызы тұрғысынан және білім беру бағдарламаларын қалыптастыруға байланысты, мына серіктестік аясындағы дамытуға байланысты біз өзіміздің тарапымыздан, ол парламент мәжілісінің әлеуметтік мәдени даму комитетінің тұрғысынан біз сіздерге қолдауға бармыз, қолдауға әзірміз. Сондықтан да сіздерге сәттілік тілейміз. Бұл салада бірлесіп жұмыс жасауға дайын екендігімізді атап өткіміз келеді. Үлкен рахмет сізге. Үлкен рахмет Жұлдыз Отбергеновна. Өте үлкен бағыт пен бағдарламаны анықтап бердіңіздер. Әрине, университетке әлеуметтік және мәдени даму комитетінің қолдауы өте қажет. Себебі қазір осы залда отырған көптеген біздің профессорлар мен оқытушылардың құрамының өзі жаңа өзіңіз атап өткендей талданып жатқан ғылым саяси техникалық заңының көп тармақтарында жұмыс топтарында да атсалысты. Көп өзгерістерді күтіп отырмыз осы ғылым саласын дамытуға. Одан басқа да жәнегі мамандардың жетіспеушілігі әрдайым күн тәртібінде тұрғанын, сіздердің назарларыңызда да бар екенін бізді қуантады. Иә, жаңа бір сөз қосқым келіп тұр, кешіріңіз. Жаңа Еділ Терекбайұлы айтты ғой, бізде бүгін сенатта бірінші екінші оқылымда ғылым және технологиялық саясат туралы депутаттардың бастамашылдығымен заң мақұлданды. Ол жерде біз алғаш рет мынау академиялық демалыс деген ұғымды енгізіп отырмыз. Енді 5 жыл өтілі бар, жұмысы өтілі бар кез келген жоғары оқу орнының оқытушысына, профессор құрамына 10 айға дейін шығармашылықпен айналысуға, монографиясын зерттеуін жасауға 10 айлық айлық негізінде еңбегі төленетін еңбекақы демалысы берілетін болады. Бұл менің ойымша жоғары оқу орындарындағы профессорлық оқытушылық құрам үшін өте үлкен қолдау деп білеміз. Екінші, өздеріңізге белгілі, бізде сіздерге үстемақы белгіленді. Біз енді орта білім саласында көп қолдау бар ғой, мысалы дәптер тексерген үшін, басқа үшін көп үстемақы төленіп келеді. Осындай үстемақыны мына мемлекет басшысының ғылымды, университеттегі ғылым мен білімді дамыту саласындағы тапсырмасының аясында біз профессор оқытушылар құрамына, оның ішінде қорғаған
жаңа кандидат, PhD, қауымдастырылған профессорларға 75 айлық есептік көрсеткіштен жоғары сондай қосымша үстемақы тағайындап отырмыз. Сондықтан енді ертен Алла бұйыртып мемлекет басшысы қол қойғаннан кейін осындай жақсы жаңалық бар. Сол жаңалықты сіздермен бөлісемін және баршаңызды құттықтаймын. Рахмет, үлкен, өте жақсы жаңалықтар. Мына жұмысқа кішкене күш беретін, көңіл күй беретін, заң тарапынан өзгерістер енгізіліп жатқанына, олардың қолдау тауып жатқандарына қуаныштымыз. Өзіңіздің жұмысыңызға үлкен сәттілік тілейміз. Білім және ғылым саласының және осы мәдени әлеуметтік салада сіздерде үлкен заңдамалық тараптарда үлкен жұмыстар жүргізіп жатырсыздар. Үлкен сәттілік болсын, үлкен рахмет сізге. Қазір енді бағдарлама бойынша тағы да ашу сөзін бергім келіп отыр. Бағанадан бері енді біз негізгі саланың дамуына байланысты мәжіліс парламентінің ой қырын тыңдадық. Білім саласының қандай жаңалықтар заңнама тарапынан болып жатқанын тыңдадық. Енді осының барлығына бізге жетекші болатын осы ғылым мен білім саласының негізгі еліміздегі министрліктің өкілі Гүлзат біздің ізбасарына бір жағдайлармен қазір қатыса алмай отыр. Бағдарламада бар болғандықтан қазір ол кісінің орнына Жарасова Гүлжан Сагидуллаевна осы төрағаның орынбасары біздің жоғарғы және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім комитетінің үлкен жұмыстарын жүргізіп жатқан ханым. Гүлжан Сагидуллаевна, өзіңізге сөз. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгінгі конференцияға осы жоғары деңгейде өтуге, мазмұны жағынан да, мағынасы жағынан да сапалы болуына атсалысып отырған әріптестердің барлығына, әсіресе Гүлбазар ақылқызына үлкен рахметімді айта отырып, мен бірнеше мәселеге тоқталып өткім келіп тұр. Қазіргі таңда жалпы инженерлік салаға, оның ішінде энергетика саласына, біздерде техникалық бағыттарға мемлекет тарапынан гранттар өте көптеп бөлінуде. Бұл салаларда қазіргі таңда 39 мыңнан аса студенттер білім алуда, оның ішінде 20 мыңнан астамы мемлекеттік гранттың негізінде білім алады. Бұл бір цифра болғанымен, оның ар жағында біздерге осыншама адам, студент, ол еңбек нарығына қажет па, еңбек нарығына қандай өзгерістер әкеле алады деген сұраққа, бұл жерде білім бағдарламаларының сапасы бірінші орынға шығатыны сөзсіз. Сондықтан қазіргі таңда мынау салааралық білім бағдарламаларын дамыту, бұл мына болашақтың тренді. Қазіргі күні осы бағытта да жұмыстар жасалып жатыр. Бүгінгі күні біздің жоғарғы оқу орындарында энергетика саласында 208 білім бағдарламасы бар екен. Оның ішінде 52 білім бағдарламасы жаңа және инновациялық білім бағдарламалары болып табылады. Бұл жерде айт кетуі керек, осы бұл салада жалпы бекітілген 27 кәсіби стандарт бар. Біздерде жоғарғы оқу орындары білім бағдарламаларын әзірлеуде басшылыққа алатын құжаттар, олар бірінші, ең бірінші кәсіби стандарт және біздердің әлеуметтік серіктестеріміз жұмыс берушілердің ойы, еңбек нарығын зерттеу. Бұл жерде мынау кәсіби стандарттарға да бағанадан бері айтылып отырған, жаңа да енді әрі де айтылатын осы салалардың мәселелері жаңартылып отырғаны жоғарғы оқу орнына өте көмек болушы еді. Бәріміз білесіз, қазір мамандығым болашағым жобасының төңірегінде жаңа кәсіптер атласы әзірленуде. Бұл жерде энергетика саласына келетін болсақ, метеоэнергетика, биоэнергетика, бағана депутаттар айтып өткендей осы сутегі энергетикасы, тағы басқа жаңа салалары. Бұл салаларда жасанды интеллектті қолдану жаңа трендті білім бағдарламалары болса, онда қазіргі қолданыстағы бар білім бағдарламаларын ішінде мынау энергия тиімділіктер бойынша инженерлерді дайындау,
электромобильдердің мамандарын дайындау секілді білім бағдарламаларын жаңа форматқа шығаруды қажет етеді. Осы тұста жоғары білім және ғылым министрлігі тарапынан бір шама жұмыстар жасалуда. Солардың бірі шетелдік озық жоғарғы оқу орындарын бағдарламаларын біздің өзіміздің өңірдегі жоғары білім берді бағдарламаларын күшейтуге, сол жердегі әлеуетті арттыруға қолдану мақсатында сол жоғарғы оқу орындарының филиалдарын ашу, бірлескен білім бағдарламаларын ашу. Мысалы, былтыр ашылған Ақтөбедегі Жұбанов университетінің базасында ашылған Хериотвот университеті осы мұнай саласының инженерлерін ғана емес, электроэнергетика саласында да жаңа мазмұнды білім бағдарламаларын алып келіп жатыр. Одан бөлек бағана маған дейінгі спикерлер айтып өткендей, Маңғыстауда немістермен бірлескен үлкен шаруалар бас қолға алынып отыр. Осы тұста Маңғыстаудағы Есенов университеті базасында мынау Қазақстан неміс жоғарғы оқу орындарының консорциумы құрылды. Бұл консорциумға Берлин техникалық университеті, Дармштадт техникалық университеті, Гамбург мынау қолданбалы ғылымдар университеті секілді жоғарғы оқу орындары неміс Германияның тартылып, ол жерде де білім бағдарламалары жаңа тұрпатқа, жаңа мазмұнға ие болып жатыр. Жалпы білім бағдарламаларын жасақтаудың барысында бұл білім бағдарламаның тек өзін ғана жасақтап қоймай, ол жерде ол білім бағдарламасын жүзеге асыруға да үлкен жағдай жасалу керек. Сол себепті қазіргі таңда мынау білім және ғылым саласындағы артықшылық орталықтарын, немесе центр превосходства дейміз ғой, академического исследовательского превосходства, сол осы орталықтарды ашу бойынша жұмыстар қазір жанданып жатыр. Осы Есенов университеті негізгі таңдап алған тақырыбы бұл сутекті энергетика және теңіз көлігі. Бұл жерде тек қана білім бағдарламаларын ғана жасақталып қоймай, оған тиісті лабораториялық базалар құрастырылып, қажетті кадрларды дайындауға, қайта даярлауға, біліктілігін арттыруға қатысты сұрақтар қарастырылатын болады. Бұдан бөлек энергетика саласында осы ЦАП-тан тағы да Ақтөбеде, содан кейін Қарағандыда және Павлодарда да осы әртүрлі энергетиканың әртүрлі салаларына баса көңіл бөлетін заттар жасақтау қарастырылып отыр. Мысалы, Букетов атындағы Қарағанды университетінде дәстүрлі және баламалы энергетика саласында ЦАП болады деп, Торайғыров университетінде жалпы жылу энергетикасы, энергетиканың мәселелеріне қатысты ЦАПтар құрастырылады деп отырмыз. Бұдан бөлек жоғарғы оқу орындарды қазір міне білім бағдарламасы бар, студентіміз бар, базамыз жасақтағанда оның барлығы да тұрақты жұмыс жасау үшін ең алдымен біздер осы университеттердің өзінің базасында энергияны сақтау мәдениетін қалыптастыру керекпіз. Бұл бағытта да біршама жұмыстар бар. Мынау КИМЭП, Алматыдағы КИМЭП университеті бастамасымен біздердің біршама оқу орындарының қосылуымен ESG стандарттарын қалай енгіземіз білім бағдарламаларына және қолдануға деген мәселелер бірнеше рет талқыланды. Одан бөлек қазіргі таңда 6 университет осы Green Matrix халықаралық рейтингте біршама көрсеткіштерге жетіп келе жатыр. Оның ішінде қазіргі бүгінгі өтіп жатырған осы конференцияны ұйымдастырып отырған Қорқыт Ата университеті де бар. Енді бұл жерде айтатыны, мысалы, техникалық университет пен педагогикалық университеттің екеуісінің қандай байланысы болады деген кезінде де бұл осы энергия сақтау саласы үлкен бір себепкер болды. Мысалы, мынау недегі шығыстағы техникалық университет Серікбаев атындағы, Алматыдағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті мен Абай атындағы ынтымақтастыққа отырып осы Green Matrix-ті дамыту, әрі қарай бір жерде ол мектепте ол мәдениетті қалай қалыптастыру керек сұрағы, екінші мысалы педагогикалық вуз осы сұрағына
қарастыра отырып, а оны әрі қарай техникалық саладағы инженерлерді, соның ішінде осы электроэнергетика саласында инженерлерді дайындауда білім бағдарламасында қалай үйлестіру керек деген мәселелерге қазіргі таңда осы екі жоғарғы оқу орны біріккен. Оған Наусер Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетте қосылып, осы салада да жұмыстар жүргізілуде. Менің ойымша бүгін әріптестер осы жеткізілген кішкене болса да жеткен жетістіктермен бөлісе отырып, әлі де шешімін табу керек ауқымды мәселелерді бүгін талқылауға салып, осы жерде қандай да бір шешімге келіп, ұсыныстар пайда болады деп ойлаймын. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет. Гүлжан Сагидуллаевна, үлкен рахмет сізге. Өте жақсы баяндама, өте жақсы ашу кіріспе сөзін айттыңыз. Әрине, көп жоғарғы бағдарламалардың өзгеріске кішкене өзгерістілетінін айттыңыз, оған қолдау жасайтындарыңызды айттыңыз. Басқа да шетелдің де биік статуста тұрған жоғарғы оқу орындарының бағдарламаларына сараптама жасама деген бағдар бердіңіз. Өз ойыңызбен және осы министрліктің жоғарғы оқу орындарының жұмысын қолдау бағытындағы жұмыстарыңызбен, ойларыңызбен бөліскеніңіз үшін үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Үлкен рахметімізді айтамыз. Бүгінгі күні уақытыңызды бөліп, біздің конференцияға қатысып, ашу сөзін сөйлегеніңізге үлкен рахмет. Қазір енді конференцияның негізгі мақсаты мен негізгі тақырыбының өзі энергетика саласы болғаннан кейін, қазіргі таңда еліміздегі бірден бір университет профильный осы энергетика саласының мамандарын дайындап жатқан, сол мамандардың қазіргі нарықтағы сұранысқа жауап беруге талаптарын жоғарғы биікте қойып келе жатқан, бірақ біздің жоғарғы оқу орнымыз бар, негізгі кәсіптік осы энергетика саласы бойынша. Қазір ол университетте үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Халықаралық жобалармен бірге жұмыс істеп, осы кадрларды энергетика саласында оны қалай дайындау керек, олардың қандай өзгерістерді ескеру керек, нарықтың қандай сұраныстарына жауап беру керек деген мәселелерді көтере отырып, үлкен орталықтар ашып, осы бағдарламаларды, мамандарды дайындауда үлкен үлес қосып жатқан біздің Алматы байланыс және энергетика университеті Дәукеев атындағы, бүгін қазір осы конференцияға сол университеттің ректоры Сыздықов Мұрат Қанатұлы қатысып отыр. Қазір сөзді сол Мұрат Қанатұлына бергім келеді. Сізге сөз, Мұрат Қанатұлы. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті Гүлбазар Ақылқызы, құрметті жиынға қатысушылар. Енді бір жағынан кешіресіздер, біз осы сол жаққа, Қызылордаға барып кездесуге мүмкіндік болмады, бірақ жалпы енді өзіміздің ыстық сәлемімізді қабыл етіңіздер. Бізде жалпы енді энергетика саласына сын айтпайтын адам жоқ. Жалпы енді соңғы мынау болған бір жағдайлар, осы Риддер, Екібастұз немесе басқа да Теміртау қалаларында болған апаттар өзінің осы энергетика саласының маңыздылығын тағы бір айқындап отыр. Жалпы енді біздің ойымызша жаңағы бұған дейін Еділ Терекбайұлы айтқан мәселелерді енді мен қолдаймын. Жалпы білім беру саласы болған себепті біз сізде бөлінбей университеттердің бүкілі жалпы энергетика маман дайындайтын болғасын осы үлкен күрделі мәселені қолға аламыз деген сенімдемін. Жалпы енді бүгінгі конференцияның тақырыбы жаңартылған энергия көздері бойынша технологияларды дамытуда жаңағы мамандарды даярлау мәселесі қозғалып отыр. Енді бұл жерде біз Омарбек Даукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті осы бағытта жұмыстанамыз. Бізде бұл бағытта мамандарды даярлауда және ғылыми зерттеу жұмыстары бойынша нақты іс-әрекет бар. Мысал айтатын болсақ, ЮСАИД қоры бойынша
Renewable Energy бағытта, яғни жаңартылған энергия көздері бойынша білім беру бағдарламасын жаңағы заманауи жетістіктерге негізделе отырып жаңартылған. Сонымен қатар біздің университет нақты тек қана ғылым комитетінің гранттары ғана емес, жалпы индустриямен бірге отырып нақты жобалар атқаруда. Соның бір екеуін айтып кетсем болады. Жалпы мұнай газ кешенінде, яғни соның ішінде автономды жүйелерді дамыту бойынша интеллектуалдық жүйе құрылуда, яғни жаңартылған энергия көздерін қолдана отырып. Және де осы мынау Маңғыстау өңірінде жаңа бұған дейін айтып өткендей ВИЭ бағыты, яғни жаңартылған энергия көздері бойынша соны Қазақстандағы мынау біріккен энергия жүйесіне қалай біріктіру бойынша да жобалар іске асуда. Жалпы енді бүгінгі жиналыстың тағы бір қорытындылай келгенде бір айтатын мәселе, яғни біз Қазақстан Республикасының энергетика министрлігімен тығыз жұмыс жасаймыз. Бұл бағытта осы салалық құзыреттілік орталығы, яғни отраслевой центр технологической компетенции в сфере энергетики, осы бір екі ай бұрын министрдің бұйрығымен осы университеттің базасында жасалатын болды. Яғни бұл үлкен жетістік. Ол бойынша да біз қазір бірден бір тапсырма осы энергетика саласы, ол тек қана энергетика министрінің тапсырмасы емес, жалпы президенттің тапсырмасы бойынша өңірлерде мынау мектеп оқушыларын энергетика саласына баулу, соған тарту бойынша жұмыстарды да бастап кеттік. Осы алдағы уақытта енді мынау қазіргі жағдайға байланысты біз кішкене бір шегеріп қойдық, бірақ жалпы сол өңірлерді мектеп оқушыларымен кездесу, энергетика саласына тарту бойынша да жұмыстар атқарылады. Енді соңғы тағы бір айтып кететін жағдай, Гүлбазар ақылқызы дұрыс айтты, ПРООН бастамасымен осы менің әріптесім Айнұр Серікбайқызы өзінің презентациясында айтатын болар. Жалпы мынау жаңартылған энергия көздеріне мамандарды даярлау, қайта даярлау бойынша ресурстық орталық құрылды. Сол орталыққа баршаңызды қосылуға және де жалпы осы Қазақстанда осы бағыт бойынша біліктілікті арттыруға шақырамын. Біз университет тарапынан қандай да бір егер қолдау керек болатын болса, көмек керек болатын болса, біз әрдайым қолымыз ашық, есігіміз ашық. Сол себепті бірге жұмыс жасайық. Елімізде бейбітшілік және сау саламат болсын. Баршаңызға рахмет. Үлкен рахмет, Мұрат Қанатұлы. Иә, шынымен де осы халықаралық жоба бойынша ПРООН осы жалғыз біздің отраслевой вуз, өзіңіз басқарып отырған пилотный проект деп айтуға болады. Үлкен республиканский ресурсный центр повышения квалификации по подготовке и переподготовке кадров. Сондай үлкен орталық ашылды. Барлықтарыңыздың назарларыңызда осындай салааралық сала жөніндегі осындай центрлар республика көлемінде барлық сала бойынша ашуға мүмкіндік бар. Сондықтан осы Қызылордада негізі енді күріш өсіру, күрішті баптау, күріштің технологияларын дамыту деген сияқты аграрлық мәселелер бойынша да сондай халықаралық тұрғыдан, халықаралық ұйымдардың назарында болатын осындай орталық ашуға сіздерге де үлкен мүмкіндіктеріңіз бар. Рахмет үлкен, Мұрат Қанатович, бөліскен ойыңызбен, сөйлеген уақытыңызды бөліп біздің конференцияға қатысқаныңызға. Теперь разрешите дальше продолжить. Приветственное слово у нас, если вы заметили, это не только приветственное слово. Каждый орган, каждый приветствующий спикер делится своим мнением, профессиональным опытом, также теми направлениями, которые ведется работа в их поле деятельности. Спасибо большое. Сейчас я хочу предоставить слово своему, значит, родному Министерству экологии, геологии, природных ресурсов, которое наше министерство представляет. У нас сегодня присутствует Сабиева Сауле Сагдатовна,
Она является директором Департамента климатической политики Международного министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Сауле Сагадатовна более 20 лет работает в министерстве и очень грамотно ведет работу, координирует в целом нашу работу Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов. Этот центр, когда был создан, было очень много барьеров системных, других барьеров, которые необходимо нужно было определять план развития, стратегии, видения. Вот с чем, который поделилась своим профессиональным опытом, благодаря Сауле Сагадатовне, сейчас Международный центр зеленых технологий, инвестиционных проектов выполняет большие страновые программы, как GCIP, выполняет бюджетные программы по переходу на принципы наилучших доступных техник. Поэтому я хочу предоставить слово Сауле Сагадатовне. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Гульбазар Акыловна, спасибо за приглашение, за предоставленное слово. Приветствую от имени Министерства экологии и природных ресурсов всех участников конференции. Рада быть участником и спикером данного мероприятия. Действительно, вопросы внедрения возобновляемых источников энергии, формирование энергоресурсосберегающих технологий и в целом в контексте климатической повестки на сегодня являются актуальными. Вы все знаете, Казахстан утвердил стратегию достижения углеродной нейтральности до 2060 года. Энергетический сектор является одним из ключевых в достижении климатической повестки, в переходе на зеленую экономику. В этой связи тема повышения потенциала кадров является одной из проблемных на сегодняшний день в Казахстане, значительных, да, и актуальной. Соответственно, необходима выработка как политики, так и ряд инструментов реализации, как действительно повысить потенциал кадровый, как повысить уровень образования специалистов в энергетическом секторе. Соответственно, это большая задача и необходимо совместно обсуждать на сегодняшней конференции и, наверное, наиболее успешные практики применять. Безусловно, важнейшей составляющей успешного функционирования, да, в энергетической отрасли являются квалифицированные кадры и налаживание работы эффективной системы подготовки и переподготовки кадров в условиях быстро меняющейся технологической среды и высоких стандартов безопасности. Мы должны обеспечивать обучение и подготовку специалистов, которые будут способны эффективно работать с новыми технологиями и инновациями. В этом ключе вопрос технологического перевооружения, как уже отметили предыдущие спикеры, инновации являются также ключевым. Действительно, сейчас мир не стоит на месте, да, совершенствуются технологии. Когда-то мы ставили задачи, когда принимали концепцию по зеленой экономике, да, и вырабатывали политику и целевые индикаторы, что к 30-му году Казахстан должен достичь 15-процентного достижения выработки доли возобновляемых источников энергии. Соответственно, этот показатель у нас есть. Также мы приняли обязательство сократить выбросы парниковых газов к 30-му году на минус 15% от уровня 90-го года. И в этом ключе, безусловно, для достижения всех этих целей, мер и задач по декарбонизации большую роль играет кадры, специалисты. Соответственно, мы должны одним из вопросов именно подготовки кадров ставить на повестку главными. Также я бы хотела отметить переход крупных предприятий на наилучшие доступные технологии. Эта реформа стартует с 2025 года.
И здесь тоже большую роль играет кадровый потенциал и подготовка непосредственно специалистов в части именно внедрения технологий, понимания процессов. Отмечалось, что при внедрении установок ветровой, солнечной электростанции, какие необходимы знания, да, специалистов и опыт. И, безусловно, успешные практики, такие как Европейский Союз, Германия, нам на сегодня показывают, как можно достичь этих показателей, перенять этот опыт, безусловно, адаптировав в наши национальные, да, интересы соответствовали, чтоб, и, соответственно, быть готовыми к этому переходу. Сегодня вся мировая глобальная климатическая повестка говорит о том, что доля развития возобновляемых источников энергии в Казахстане, в целом в мире, приняли итоговый документ на конференции по климату, должна возрасти в 3 раза. Энергоэффективность, развитие энергоэффективных технологий должна возрасти вдвойне. Соответственно, эти все целевые показатели, принятые на мировом уровне, да, должны и также, наверное, реализовываться и быть неким стандартом в нашей стране. Мы понимаем, насколько мы углеродозависимая страна, но вместе с тем, приняв обязательства, мы постепенно эти цели достигаем. Вот в целом хотела бы отметить роль кадрового потенциала, да, как я уже отметилась, пожелать сегодня открытой дискуссии, я открыта к диалогу, Министерство экологии также открыто к сотрудничеству и диалогу, и мы готовы обсуждать данную тему. Всем спасибо, всем желаю хороших дискуссий и хороших рекомендаций. Спасибо. Рахмет, Сәуле Тагдатовна. Действительно, Сәуле Тагдатовна как раз координировала большую конференцию, которая проходила в мировом масштабе, да, COP28. В этом году COP29, который будет проходить в Баку. Сәуле Тагдатовна, вот в этом университете есть люди, которые работают именно там, находится очень... Значит, исследования проводятся большие по Аралу, да, и в университете есть очень много направлений, тоже экологические, поэтому есть желающие, которые хотят принять участие в этом большом мировом мероприятии, которые хотели бы они получить поддержку с вашей стороны, со стороны Министерства экологии и природных ресурсов для участия в этом большом мероприятии в этом году, в ноябре месяце в городе Баку. Рахмет Икон. Спасибо, Гульбазар Акыловна. Мы действительно отмечаем важную роль в участии научных организаций, всего научного сообщества, действительно, в климатической повестке и открыты к сотрудничеству, в том числе для формирования в целом страновой позиции от научного сообщества. Мы готовы совместно работать. Поэтому думаю, что конференция, ожидаемая в Баку, действительно должна быть с участием представителей научных организаций. Спасибо. Рахмет үлкен. Уақыт бөліп қатысқаныңызға, ойларыңызбен бөліскеніңізге. Енді қазір біздің Министерство энергетика саласынан вице-министр қатысу керек болған, но қазір белгілі бір жағдайлар мен қазір енді жиналыстар көп болып жатыр. Сондықтан ол кісі қатыса алмайтындығын айтып, оның орнына қазір бізге қатысады Лейла Мухтарқызы Омарханова. Она является руководителем управления департамента по возобновляемым источникам энергии. Лейла Мухтаровна, вы с нами, да? Лейла Мухтаровна нету, тогда начинаем со спикеров, основную часть программы. Начнем тогда. У нас приветственное слово на этом завершается. Но не только, я считаю, что это не только приветственное слово было. Мы получили такие большие напутствия в нашей поле деятельности. Я думаю, каждый из вас для себя пометил определенные новшества для того, чтобы они могли быть внедрены в своей работе. Поэтому сейчас вот сам контент сегодняшнего мероприятия, да, он составлен со стороны, скажем, кто готовит. Это вузы, представители вузов, да,
и для кого готовит это производство, какой они продукт получают, в данном случае каких кадров получают. Вот почему Международный центр зеленых технологий инвестиционных проектов проводит сейчас такое камеральное исследование, потому что мы хотим вывести к одному знаменателю, что говорят вузы, какие пробелы в подготовке кадров и какие они получают кадров в наше производство. И мы все это передаем Министерству образования и науки, потому что у нас определенные задачи по бюджетной программе подготовка кадров для зеленой экономики. Мы не стали рассматривать данный вопрос однобоко. То есть мы не хотим слышать только вузы, как они готовят, но в том числе мы хотим услышать и производство, кого они получают. Поэтому сегодняшний контент сегодняшней конференции составлен именно с этой точки зрения, с таким посылом. Сейчас я хочу предоставить слово Бекимбетовой Айнур Терекбаевне. Она является директором Института энергетики и зеленых технологий и также является новый созданный Республиканский ресурсный центр повышения квалификации при поддержке ПРООН именно на базе энергетического университета, который упомянул наш ректор Мурат Ханатович, ректор вуза АУС, да. Поэтому я хочу предоставить слово Айнур Серикбаевне. Она будет именно говорить о том, как этот центр будет дальше работать и какие новшества будут внедрены, какие методы и методологии будут применены в подготовке, переподготовке кадров для энергетической отрасли. Я считаю, что ее доклад будет очень важным для того, чтобы его тиражировать, Майнур Абильтайна, для других отраслей. Пожалуйста, вам слово, Айнур Серикбаевне. Рахмет. Саламатсызбы, құрметті конференция қатысушылары, әріптестер. Гүлбазар ақыловна, сізге конференцияда сөз сөйлеу мүмкіндігі үш алғыс айтамын. Сол баяндаманы орыс тілінде ұсынуға рұқсат етіңіз. Сейчас минутку, я подключу демонстрацию экрана. Уважаемые коллеги, участники, как было сказано ранее, на базе нашего университета по рекомендации Гульбазар Акыловны была проведена большая работа, и мы, в конце концов, по приказу ректора нашего университета Мурата Канатовича открыли Республиканский ресурсный центр повышения квалификации именно в области энергетики. Вы все знаете, что именно Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Далкиева имеет очень богатую историю по подготовке кадров для такой важной, стратегически важной энергетической отрасли. Ну и здесь я бы тоже хотела бы отметить, что энергетика, она является очень такой важной, наукоемкой отраслью, и именно, как говорится, ситуация с Украиной нам показала, что энергетическая безопасность все равно должна быть как бы основой основ и стоять на первом месте при политическом регулировании любой страны. Если говорить уже конкретно о подготовке кадров для энергетической отрасли в условиях именно новых вызовов, мы все понимаем, что основным драйвером, да, вот этого энергетического перехода в современных условиях все-таки является именно вызов по декарбонизации. То есть мы столкнулись с изменением климата, с парниковым эффектом, и для этого нам необходимо постепенно отказываться от сжигания полезного топлива и в пользу именно возобновляемых источников энергии. Также энергетическая отрасль Казахстана делится на два основных направления, то есть это электроэнергетика и теплоэнергетика, потому что Казахстан, большая его часть все-таки расположена в континентальной зоне, то есть у нас наблюдаются суровые зимы, жаркое лето, и поэтому теплоэнергетика должна также активно развиваться именно на уровне с электроэнергетикой. Далее, основные проблемы, которые сейчас существуют, это все-таки техническое состояние многих тепловых электрических станций, это институционные издержки, различные рыночные недостатки, затем несовершенство законодательной системы, ну и, конечно же, экологические вызовы, о которых я ранее упомянула. Помимо этого, к сожалению, на сегодняшний день мы сталкиваемся с тем, что абитуриенты, то есть не совсем охотно выбирают данное направление, потому что считают, что отрасль непривлекательна именно, именно если мы будем рассматривать средние показатели по заработной плате. Отсюда мы наблюдаем, что именно нехватка профессиональных кадров сейчас, она очень стоит как бы на повестке дня. Далее, низкий уровень подготовки молодых специалистов, слабая мотивация, отсюда вытекает и высокий уровень аварийности, травматизма на различных энергетических предприятиях.
То есть для этого мы, как вузы, высшие учебные заведения, должны, как говорится, решать эти проблемы вместе и уже работать вместе с индустриальными партнерами, с работодателями для того, чтобы принимать решения именно по четкой разработке образовательных программ для включения именно тех дисциплин, которые будут в конце, в результате которых в конце мы будем получать необходимые компетенции наших молодых специалистов. Ну и это то, что можем сделать мы, да, как высшие учебные заведения. А уже, я думаю, социальные проблемы все-таки должны решаться на государственном уровне. Ну и подготовка кадров, ну я вот уже сказала, что опять-таки университет, так как имеет богатую историю, у нас очень мощная база именно по энергетике. И в результате этого могу с гордостью заявить, что по рейтингам Атамекен, Алматинский университет энергетики и связи, именно образовательные программы по энергетике всегда занимают лидирующие места. И тем самым, получается, мы как бы стараемся всегда соответствовать вызовам времени и как бы своими дисциплинами прививать все вот эти вот необходимые знания для будущих специалистов. Тем не менее, как говорится, по результатам того же самого НПП «Атамекен» у нас проведен был анализ потребностей в кадрах, и согласно этому анализу, все-таки общая потребность составляет 38% от всех специалистов, именно специалистов с высшим образованием. И все это согласно вот этим вот профессиональным стандартам, да, в которых как раз-таки прописано, какие требования нужны для бакалавриата, то есть для шестой уровня ступени. И здесь уже получается это именно работа как раз-таки университетов. Ну и, конечно же, модернизация сетей тепловых сетей тоже стали как бы основным приоритетом для страны с целью обеспечения всей вот этой вот энергетической безопасности. Теперь то, что касается нашего республиканского центра, да, по подготовке как бы кадров для энергетической отрасли и также по переподготовке кадров, здесь бы я тоже хотела бы добавить несколько слов, потому что работа нам предстоит действительно большая. Но, тем не менее, у АОС есть опыт проведения таких вот курсов повышения квалификации. Мы разработали несколько курсов именно по возобновляемым источникам энергии. И я бы хотела сказать, что вот эти вот курсы, они включают несколько основных тематик, которые сейчас являются наиболее актуальными. Это по энергоаудиту, это по энергоменеджменту, это по накопителям энергии, по устойчивой энергетике, ну и так далее. То есть такая работа проводится, и вот эти вот курсы как раз-таки мы уже уведомляем наши предприятия, с которыми мы сотрудничаем, затем рассылаем им письма о том, что у них есть такая возможность, да, обучить своих сотрудников для того, чтобы уже повысить их компетентность. Помимо этого, преподаватели, научное сообщество нашего университета тоже имеют большой опыт именно в оказании различных консалтинговых услуг, и именно эти преподаватели как раз-таки будут привлекаться при работе самого республиканского центра для того, чтобы как раз-таки делиться своими знаниями, да, для того, чтобы как раз-таки воплотить вот эту вот модель наставничества для будущих специалистов. И будут освещены такие вопросы, которые касаются и энергетической эффективности, которые касаются энергосбережения, которые касаются, как проводить правильно технико-экономическую оценку, допустим, различных энергопроектов, и проводить различные технические экспертизы. То есть опыт такой работы у нас есть, мы охотно с ним им поделимся. Но еще хотелось бы добавить, что наши, опять-таки, преподаватели, они также принимают активное участие в различных экспертных работах, то есть состоят в рабочих группах, в технологических комитетах и выполняют большую работу как по энергоаудиту, так и по технической экспертизе. Помимо этого, мы пишем, точнее, нас привлекают к написанию национальных докладов именно в области энергетики. Я думаю, вы все читаете ежегодный национальный доклад, который выпускает КазЭнерджи. Так вот, секция энергетика как раз-таки пишется именно нашими специалистами. Также мы принимаем работу в написании национального доклада по науке. Тоже это раздел энергетика, тоже выполняется нашими учеными.
Ну, вот такая вот большая работа идет. Мы, в принципе, не стоим на месте, постоянно тоже сами повышаем свою квалификацию, стараемся выезжать за рубеж, посещать все эти выставки, то есть идти в ногу со временем для того, чтобы все вот эти вот знания в дальнейшем передавать нашему молодому поколению. Спасибо, у меня все. Айнур Серікбаевна, үлкен рахмет ойыңызбен бөліскеніне. Айтады ғой, бір жаңа көлік машине алсаң ол қалай жүреді екен деп барлығында сондай қызығушылық болады дейді. Енді сіз мынандай жақсы жаңа центр ашып, нам очень интересно, вот вы на базе вашего университета создан этот республиканский ресурсный центр повышения квалификации на основе той деятельности, которую, в принципе, вы продолжительное время проводили, проводите, и это как укрепляет, да? Но нам, для нас интересно, спрос есть на этот центр? А как эта работа проводится? Потому что вот университет Кызылординский имени Корхут-Ата, в последующем перспективе, если будут открывать такой центр, как они будут, значит, проводиться, реализовываться, нам очень интересно. Спрос на ваши курсы, спрос на темы. И сами преподаватели, они должны быть на две, на три головы выше для того, чтобы обучать к современным технологиям и держать руку на пульсе, да? Вот эти моменты чуть-чуть, если раскроете, было бы нам очень интересно. Рахмет. Спасибо, Гульбазар Акыловна, за вопрос. Ну, дело в том, что если говорить о наших преподавателях, то да, мы в смысле того, что вот спасибо руководству, они мы сейчас как бы подписаны на бесплатные курсы Курсера, то есть это тоже такая вот платформа, богатая на различные тематики курсов по возобновляемым источникам энергии. И сейчас преподаватели активно как бы изучают эти новые дисциплины. Это дополнительно к тому, что уже они проходят курс повышения квалификации на наших и ТЭЦ, то есть на предприятиях энергетического сектора. Дополнительно к этому наши преподаватели тоже участвуют в различных, допустим, выездных мероприятиях, стажировках, выставках. Потом мы активно сотрудничаем с различными зарубежными коллегами. Мы работаем с зарубежными университетами, вот, допустим, университет Анхайт, разрабатываем совместные образовательные программы именно в области ВИЭ. По второму вашему вопросу, то есть как мы привлекаем, да, уже представителей индустрии, ну, мы, во-первых, у нас как бы уже давно налажены с ними отношения, и мы высылаем информацию о наших обновленных курсах, они ознакомливаются и уже присылают своих вот сотрудников. Рахмет, үлкен Айнұр Серікбаевна, жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет. Жақсы еліміздің энергетика саласын жақсы мамандар даярлап шыға беріңіз, өз үлестеріңізді қоса беріңіздер. Үлкен рахмет. Рахмет сізге. Следующее слово хочу предоставить очень важному профессионалу в области энергетики, который неустанно, даже я не побоюсь это слово применить, неустанно вкладывает свой вклад в подготовке и переподготовке кадров для энергетической отрасли. Сегодня присутствует у нас Алишер Курбаналиев. Он является кандидатом экономических наук, заслуженный энергетик и международный консультант. Он как раз хочет рассказать нам о образовании в энергетике. Какие у нас существуют на сегодняшний день проблемы и какие у нас есть возможности? Алишер Курбаналиев, вы с нами, да? Здравствуйте, слышно? Да, вас очень хорошо слышно и видно. Пожалуйста. Көп рахмет. Шақыңызға, барлықтарыңызға көп рахмет. Бүгінгі мен қазір презентация қазір сізге көрсетемін. Бір минут. Көріп тұрсыз ба? Я көрініп тұр, өте жақсы. Жақсы. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо за то, что позвали. Спасибо, что обеспечили такой хороший состав спикеров сегодня, потому что, на мой взгляд, это наиболее полный состав, когда все участники, вовлеченные в процесс образования, могут сегодня высказаться и выслушать друг друга,
что очень важно. Со своей стороны хочу сказать, что я бы хотел рассказать о проблемах образования в энергетике со стороны рынка, потому что я работал и в Министерстве энергетики, работал и в корпоративной энергетической среде, и более 10 лет занимаюсь образовательной деятельностью и для энергетиков, и в других секторах. И у меня сложилась картина, которую я хотел бы сегодня с вами поделиться, ну и уже с самого рынка, как сегодня устроена ситуация по образованию. Постараюсь быть кратким в каких-то местах, может быть, я где-то повторю предыдущих спикеров, но тем не менее какую-то информацию я постарался вам подготовить как новую. Уже не раз было сказано и предыдущими спикерами, что качество кадров – это сегодня практически залог успеха всего государства. У нас есть амбициозные цели у государства по достижению и повышению ВВП в ближайшем будущем, но мы должны понимать, что это повышение ВВП, за которым стоит рост экономики, оно полностью базируется на наличии энергетических мощностей. Если у нас будет достаточно станций и сетей, только в этом случае будет развиваться наш промышленный сектор, сырьевой сектор, сектор услуг. В свою очередь, чтобы энергетические мощности были нам достаточно, они должны качественно и надежно работать. А как вы знаете, качественная и надежная работа исходит из работы оборудования и правильных решений нашего менеджмента. И тут, соответственно, как вы понимаете, все базируется на качестве кадров. Если наш кадровый потенциал будет соответствовать этим условиям, только в этом случае у нас будет повышаться общий ВВП. И за то время, что я проработал и на рынке, и в госсекторе, и в секторе образования, я понял, что качество кадров с точки зрения компетенций базируется на трех китах. Первое – это практический опыт, который получается кадрами в течение работы. То есть это то, что, безусловно, прививается сотрудникам просто потому, что они работают в секторе. Второе – это академическое образование, то есть та база, о которой сегодня тоже много говорили и представители университетов, и депутаты, и представители государственных структур. И третье, о чем мы, к сожалению, задумываемся, это дополнительное образование. Я бы хотел сейчас вам рассказать о тех проблемах, с которыми столкнулись мы в каждом секторе, и то видение решений, которые можно предложить сегодня нашим участникам совещания. Во-первых, основные проблемы, возможно, в чем-то повторюсь, это относительно низкие заработные платы. Вот у нас было министерство, да, которое озвучивало цифры по текучести, по заработной плате. Действительно, сектор энергетики испытывает дефицит заработных плат, от чего у нас происходит переток в другие сектора, в соседние страны. Даже работая в корпоративной среде, мы сталкивались с тем, что, например, руководитель какого-то подразделения на промышленном предприятии мог уйти и просто работать курьером, потому что там заработки больше в несколько, ну, как минимум там, в полтора раза, чем на его должности, что было тоже для нас не очень хорошим показателем. Второе – это, конечно, устаревшее оборудование, на котором работают кадры. Никто не хочет работать на том оборудовании, которое аварийное, которое может нанести увечья. Тем более у нас, к сожалению, статистика по несчастным случаям по энергетике не уменьшается. Затем снижение количества поступающих на энергетические специальности. Ну, вы все знаете, что сейчас все меньше и меньше абитуриент упает именно на специальности, связанные с энергетикой, что тоже вызывает в долгосрочной перспективе уже опасения о наличии вообще квалифицированных кадров и вообще кадров в отрасли. Ну и вытекающие из этого, соответственно, устаревание навыков и уход наставников. У нас на предприятиях, к сожалению, наблюдается то, что опытные сотрудники уходят, с ними уходит опыт, меньше приходит молодых специалистов, соответственно, некая база знаний, база опыта в компаниях все меньше и меньше. Ну и что очень важно, в основном, работая с корпоративными клиентами, я убедился, что у большинства, подавляющего большинства наших энергетических компаний отсутствует корпоративная культура по повышению уровня профессионализма. Ведь мы все с вами понимаем, недостаточно выучиться на кого-то и потом прийти работать и гарантировать себе хорошее положение на рынке труда. Нужно постоянно повышать свой уровень профессионализма. А невозможно сделать, если сама система работы
система, которая выстроена в корпорациях, она к этому не стимулирует. У нас мне довелось ознакомиться с очень хорошими исследованиями, актуальными по рынку кадров в Казахстане. Был проведен онлайн-опрос, согласно которому из 57 респондентов, опрошенных энергетических компаний, говорят, что испытывают трудности при подборе персонала. То есть реально невозможно найти человека, который бы сразу удовлетворял всем критериям. Более 50% опрошенных отмечают дефицит специалистов именно технических специальностей. То есть у нас идет как раз-таки дефицит тех кадров, которые работают непосредственно с оборудованием, за которое, собственно, и отвечает все надежное энергоснабжение нашей отрасли. Все респонденты отмечают, что на рынке отсутствует 100% кадров, удовлетворяющих требованиям. То есть нет на рынке человека, который бы полностью подходил под требования. Это значит, что у нас, к сожалению, нет тех, которые могут прийти со всеми нужными компетенциями начать работать. То есть необходимо все равно повышение квалификации и дообучение на месте. 20% опрошенных не могут нанять сотрудников из-за неблагоприятных условий труда. То есть при опросе спрашивали, в чем проблемы того, что люди не приходят на рабочее место, не приходят в новую компанию. Это связано с тем, в 20%, что люди не хотят работать в таких условиях. То есть мы видим отсюда явное подтверждение тех слов, что я говорил раньше, что люди не хотят приходить работать в отрасль, в которой, к сожалению, неблагоприятные условия в целом для работы. Ну и в чем заключается предложение такого крупных масштабов, что можно сделать в отрасли в первую очередь, что принесет быстрые результаты? Во-первых, со стороны государственных органов необходимо подумать о том, как повысить привлекательность высшего образования по направлению энергетики. То есть это могут быть и выдача различных грантов, проведение каких-то практических выездных мероприятий для абитуриентов будущих. То есть у государства, в принципе, есть все инструменты для того, чтобы стимулировать приток абитуриентов в энергетическую отрасль. Ну, тот же самый Балашах, например, сделать там специальности энергетики более привлекательными, то есть там сделать проще условия поступления на эти специальности. Во-вторых, возможно пересмотреть стандарты высшего обучения с наличием в преподавательском составе практиков. Я бы даже сказал, что хорошо было бы, чтобы у нас в университетах большая часть преподавателей была из как раз-таки непосредственных, как сказать, полевых условий. То есть тех, кто проработал уже какое-то время на предприятии, и даже имея какой-то минимальные академические знания, мог в первую очередь рассказывать студентам с практического аспекта, как нужно работать в энергетике. Это позволит максимально быстро отвечать требованиям рынка к будущим абитуриентам, потому что, вы знаете, технологии развиваются достаточно быстро. К сожалению, сектор образования везде в мире, он не успевает за теми изменениями, и он вынужден как-то их догонять, как уже было вначале отмечено. Поэтому это может быть хорошим шагом в этом направлении. В-третьих, создать условия для субъектов рынка в повышении квалификации кадров. То есть на сегодня, могу сказать точно, корпоративная среда не заинтересована в том, чтобы направлять много ресурсов на повышение квалификации своих сотрудников. В первую очередь это связано с тем, что компании сосредоточены в первую очередь на извлечении краткосрочной выгоды ввиду тех условий, которые созданы на рынке. То есть здесь была бы хороша помощь Министерства энергетики, Министерства образования, чтобы создать для них такие условия, чтобы им было выгодно вкладываться в кадры именно с точки зрения внешних стимулов. Не говоря уже о том, вот как я четвертое отмечаю, субъектам рынка необходимо самим думать о тех условиях для кадров по непрерывному повышению квалификации. Вот тут уже было отмечено, что хорошо бы усиливать сотрудничество с университетами действующих наших компаний. То есть таким образом, если мы сможем со всех сторон, со стороны государства, со стороны рынка, со стороны внешних международных каких-то институтов, стимулировать приток кадров, поддержание кадров, а что самое главное, повышение квалификации действующих профессионалов, тем самым мы сможем достаточно хорошо дать импульс к развитию именно кадрового потенциала нашей отрасли. В целом, коллеги, у меня на этом все. Как я сказал, не хотелось отнимать много времени. Спасибо за внимание.
Да, очень хороший доклад. Тут вопросы возникли. В общем, вы по полочкам разложили, что требуется от университета, какую поддержку должно получить Министерство энергетики. Чувствуется, что вы на этом поле работаете долгое время и видите, где пробелы, где какие запросы по подготовке и переподготовке кадров. Сейчас у нас вот вопросы по вашему докладу. Пожалуйста. Уважаемый Алишер Равулович, у меня такой вопрос. Я Садыкова Гульнар Кудайбергеновна, заведующий кафедрой электроэнергетики. Вы сейчас нам рассказали о сегодняшнем дне подготовки кадров для электроэнергетической отрасли. Вот как вы видите будущее подготовки вот этой проблемы, вот этой задачи, будем говорить? Потому что сейчас четырехгодичная, значит, подготовка кадров. Мы сейчас готовим кадров. Раньше готовили специалистов. Есть сейчас проблемы на этой почве. Так, значит, как вы видите сейчас будущее, значит, подготовки для, я повторяю, значит, для электроэнергетической отрасли? Какие проблемы вы видите, да, сейчас? И как вы представляете будущее? Спасибо большое. Да, как я уже отметил, на самом деле вопрос этот очень глобальный, хотелось бы на него ответить кратко. Я бы сказал, исходя из своего собственного опыта, вот практически каждый месяц я обучаю с действующих сотрудников энергетических предприятий каким-то темам. И когда я провожу опрос о том, что конкретно у них не хватает для работы, помимо непосредственно самих людей, то есть самих кадров на рынке, им не хватает на выстроенных связей с центральным аппаратом, с государственными органами, потому что в большинстве своем требования рынка, они формируются из того, какие условия создаются государством в отрасли. То есть, если государство активно продвигает сектор возобновляемой энергетики, естественно, предприятия ищут кадры, которые могут отвечать этим требованиям. Если государство сфокусировалось на снижении выбросов, ищутся какие-то междисциплинарные специалисты и в энергетике, и, скажем, в той же экологии. То есть я бы сказал так, чтобы мы успевали в подготовке специалистов к текущим реалиям, нужно, во-первых, чтобы работа по отраслевым направлениям между государственными органами была тесно скоординирована, чтобы этот сигнал, который транслировался в рынок, он потом находил должный отклик, чтобы предприятия сразу включались в повышение квалификации действующих кадров и сразу участвовали, допустим, в том же обучении на базе университетов, говоря, что вот, коллеги, нам сегодня нужны такие кадры. Теперь касательно вот вашего вопроса о будущем. То, что у нас обучение идет 4 года, у нас условия рынка меняются практически каждый год, если не быстрее, тем более сейчас с развитием цифровых технологий, с активной политикой государства на развитие цифровых технологий, этот процесс будет еще больше ускоряться. Я бы сказал так, стоит надеяться, что академическое образование успеет за этим процессом. Мы должны смириться с тем, что академическое образование должно дать фундаментальную базу в любом случае, то есть дать знания физики, гидродинамики, тепломассообмена и так далее, и так далее. А уже непосредственная работа, которая в любом случае, с которой будет сталкиваться будущий кадр, она должна сопровождаться обязательным, вот я подчеркиваю, обязательным повышением квалификации. Пусть даже на базе предприятия, а лучше даже на базе тех же университетов. То есть университетам надо сфокусироваться в первую очередь на фундаментальном образовании, а во-вторых, на каком-то гибком образовании для кадров, действующих в отрасли. Вот поэтому республиканский центр, мне кажется, это хорошая инициатива, это может быть первой ласточкой, которая как раз-таки подтвердит мои слова. Ахмед. Ахмед, дальше просто поделились с нынешней ситуацией. Что требуется для подготовки кадров для аналитической отрасли касательно ВИЭ? Очень интересно. В дальнейшем, конечно, этот вуз, вот как ставилась и специальная кафедра, которая готовит кадров в области энергетики, да, и я считаю, что они должны пересмотреть свои рабочие программы по тем запросам, которые ставит сейчас на сегодняшний день рынок. Спасибо большое.
Теперь я хочу сказать, что мы все говорим, вот даже сегодняшнюю конференцию мы открывали, да, депутат Мажилиса сказал, Жанбыршин, да, что экологические проблемы, они, в принципе, диктуют на все отрасли, на все производственные сектора, даже на образовательные услуги свои повестки дня. Поэтому сегодня очень важно продвигать реализацию целей устойчивого развития. Вот я хочу сегодня задать вопрос присутствующим. Какие цели устойчивого развития у вас выполняются в университете? Есть ли такие направления работы, которые активно ведется? ЦУР. Что собой представляет ЦУР? Наше молодое поколение знает об этом, что существуют у нас определенные цели устойчивого развития. И это наше будущее, да? Поэтому я неспроста сегодня пригласила, вот сегодня у нас будет спикером выступать директор Центра устойчивого развития Казахского национального исследовательского университета имени академика Каныши Монтаевича Сатпаева Тулегенова Жанна Викторовна. Этот вуз, он в этом году, мы все видим, да, очень большое 125-летие отмечает, юбилей. Воспользуюсь случаем, Жанна Викторовна, от имени всех присутствующих хочу поздравить вас с таким прекрасным юбилеем. Это корифеи, это люди, которые, это, можно сказать, кузница кадров инженерных, которые готовят для рынка. Поэтому даже технический вуз, который очень связан с конкретными делами, конкретными задачами в инженерной отрасли, тем не менее они создали Центр устойчивого развития. Это о чем говорит? Говорит о том, что производства должны ориентироваться на экологические проблемы для того, чтобы наше здоровье было крепче. Мы спали крепко, засыпали, просыпались бодро. То есть экология нас сопровождает ко сну и встречает утром, можно сказать, да? Поэтому, Жанна Викторовна, очень интересно послушать ваш доклад «Современные подходы к моделированию компетенций и навыков для устойчивого развития». Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Как меня слышно? Можно ли попросить включить презентацию, пожалуйста? Я расскажу немного шире, чем вопросы энергетики, о нашей работе, о подходах к устойчивому развитию, как внутри университета, если рассматривать университет как бизнес-организацию, в которой есть свои собственные бизнес-процессы, стратегические цели, KPI каждого сотрудника и в том числе ожидаемые финансовые результаты, которые нас либо радуют, либо расстраивают, так же, как любую другую бизнес-организацию. Наш университет сегодня занимает третье место в рейтинге ЕС среди университетов Казахстана по внедрению повестки ESG. Перед нами Евразийский университет, который уже лет 7 занимается этой тематикой гуманитарной университет. Как технический университет мы начали эту работу немного позже, занимаемся ей менее года. Я постараюсь успеть рассказать, что мы за это время успели сделать. Как вы видите на слайде, именно по тематике академическая устойчивость мы занимаем самый высокий показатель. Другим нам есть еще две России и среди стран Центральной Азии мы входим в топ-3, 28 место именно по повестке устойчивого развития. Недавно рейтинг ЮЭС опубликовал результаты 2024 года. И по поводу подготовки кадров хочу сказать, что входят две наши специальности института механики и автоматизации, это Data Science и искусственный интеллект. Очень высокие результаты эта программа показывает. Это получается 50-е место по миру. И приглашаем, естественно, на эту специальность ребят, которые хотят заниматься аналитикой и разрабатывать, ставить задачи для развития искусственного интеллекта в любых отраслях экономики. На 73-м месте это специальность машинной языке обучения. По нефтяной инженерии мы входим в топ 150 специальностей. Дальше по специальности не буду рассказывать о проблемах работы.
Да, прошлым летом наш университет подписал глобальный договор, таким образом, глобальный договор ООН. То есть инициатива направлена именно на бизнес-компании. Чем мы это сделали, является коммерческой организацией, коммерческим университетом. Нам нужно понимать нашего клиента, предприятия, которые к нам приходят, в том числе на повышение квалификации, с какими проблемами они сталкиваются. Соответственно, все эти требования и бизнес-процессы мы решили применить на себе. Сегодня среди казахстанских университетов, Казахстанский университет единственный, кто вошел в глобальный договор. Я чуть-чуть подальше, да? Вот, это глобальный договор, в нем присутствует более 20 тысяч компаний мира, что дает университету участие в этом процессе. Присоединиться к глобальному договору могут абсолютно любые университеты и бизнес-компании Казахстана. На сегодня из Казахстана к этому договору присоединилось 39 компаний. Как раз в течение полугода мы проходили вместе с этими компаниями программу SDG Ambition Accelerator. Университет стал при подготовке этой программы партнером. В дальнейшем этот акселератор будет проводиться с нашим участием. Так что же дает это любой компании, которая присоединится? На слайде отражено. Вы можете как юридическое лицо зарегистрировать там свой профайл. И среди 20 тысяч компаний мира, которые разделяют SDG-повестку, приверженные устойчивому развитию, взяли на себя ответственность за достижение той или иной цели, вы можете видеть прямые контакты этих людей, что, естественно, упрощает поиск финансирования, обсуждение совместных мероприятий, выход на переговоры для реализации совместных исследовательских проектов, пилотирование каких-то научных разработок университета. Также там существует огромная библиотека, курсы, тренинги на английском языке в основном. Представлены аналитика и лучшие практики по каждой ЦУР за 20 лет реализации этой повестки. Есть календарь мероприятий, есть возможность через конкурсный отбор вступить в коалицию финансовых директоров мира, которые отбирают по определенным критериям инвестиции под очень дешевый процент в зеленые проекты исследовательские университетов, которые реализуются совместно с компаниями. Вступить туда может абсолютно любая организация, бизнес-организация, любой университет и получить доступ ко всей этой большой глобальной базе данных и прямому контакту без потребности выезжать на конференции, тратить время и деньги на нетворкинг, можно написать письмо, и там достаточно быстро друг другу компании отвечают. Потому что у каждой из компаний есть принятые на себя обязательства, опубликованные также на портале, с которыми все могут ознакомиться. Что нам дало участие в этом акселераторе как университету? Сначала наше руководство хотело отвечать за мир во всем мире, что я имею в виду, то есть за каждую ЦУР мы возьмем на себя, разработаем внутреннюю задачу, внедрим каждому преподавателю в KPI и так далее. Но проведя определенный анализ, мы поняли, что за все ЦУР как университет мы ответственность брать не можем и не будем. Это распыление ресурсов. И мы выбрали для себя следующие цели. Естественно, так как мы инженерный университет, на первом месте вот у нас седьмой тур, это недорогая и чистая энергетика. Второе, это устойчивые города и населенные пункты. Третье, это ответственное потребление. Следующее, борьба с изменением климата и сохранение морских и экосистем суши. Именно по этим направлениям проводятся наши научно-исследовательские работы. Публикуются статьи, через эту призму обновляются наши учебные программы. Как юридическое лицо, то есть акционерное общество, мы взяли для себя, провели анализ, провели опрос сотрудников, выявили, какие у нас существуют проблемы, чем недовольны наши люди, какие условия для труда они внутри хотят для себя иметь. И сосредоточились на улучшении следующих показателей. Это хорошее здоровье и благополучие. У нас есть медицинский центр для сотрудников. Принят коллективный трудовой договор, согласно которому сотрудники могут работать с гибким графиком в гибридных форматах работы, на удаленных форматах. Это пока еще мало позволяется в стране, потому что трудовой кодекс недостаточно гибкий. Но в нашем университете мы пилотируем эти подходы.
Вот. Естественно, мы по умолчанию, это просто наша база и фундамент, внесем ответственность за качественное образование. По показателю чистая вода и санитария у нас в университете были установлены фильтры с питьевой водой на каждом этаже, в каждом кампусе, на каждой кафедре. И обеспечен доступ к чистой питьевой воде бесплатной внутри университета. По вопросу по ЦУР-9 инновации и инфраструктура, в этом году мы впервые, являясь достаточно крупным предприятием по меркам Казахстана, где работает более 4000 человек и обучается более 20 тысяч студентов, мы впервые проводим энергоаудит своих зданий и сооружений. Мы не входим в перечень компаний, не являясь промышленной компанией, которые обязательно должны это делать, и мы делаем это по своей инициативе, направляем туда ресурсы. Соответственно, когда мы получим результаты энергоаудита каждого своего здания, мы увидим, где у нас проблемы, и будем с привлечением нашей кафедры вырабатывать меры по их решению. Мы могли бы и не тратить на это ни время, ни свои ресурсы. Почему мы идем на эти шаги? Мы хотим, чтобы наши преподаватели, как сегодня отмечал Алишер, извините, отчество не запомнила, Алишер, здесь тут не указано. Вот. Нам нужна практика. У нас очень много преподавателей, которые на самом деле не работали на производстве, знают эти процессы только теоретически. Нам нужно приобретать практику по повышению энергоэффективности собственных зданий и сооружений. Мы очень сильно надеемся здесь на собственные силы и ресурсы. По остальным ЦУР мы присоединились к повестке и, проведя анализ, поняли, что в принципе по показателю гендерное равенство, вопросы доступа к еде обеспечены и регулируются вопросы вывоза мусора. На следующем слайде, перескочили, верните, пожалуйста. Да. Еще, вы очень далеко от Натальи, я так быстро говорила. Да, здесь на этом слайде у нас представлены наши институты, бегло быстро про них расскажу. Это Институт геологии и нефтегазового дела, Институт энергетики и машиностроения, горно-металлургический институт, Институт архитектуры и строительства, Институт автоматики и информационных технологий, Школа транспортной инженерии и логистики. Недавно на ней была открыта программа по экологическим видам транспорта, по электрическим. И Институт военного дела. Мы провели анализ из 87 образовательных программ. На текущий момент 100% соответствует ЦУР всего. 13, я не буду говорить, что абсолютно все. Так как мы начали работу всего менее года назад, мне кажется, что можем говорить честно и открыто и прямо среди коллег. Вот. И это следующие программы. Это гидрогеология и геоэкология, химические технологии переработки полимеров и методов предупреждения загрязнения окружающей среды при переработке отходов. Это биотехнология переработки отходов, химические и биоспособы переработки отходов, две различные программы. Рециклинг и металлургии по трем видам подготовки: бакалавриат, магистратура, докторантура. Инженерная экология, экстрактивная металлургия и биоэкологическая инженерия, также три вида программ подготовки. По остальным программам у нас сейчас ведется работа. Разработать и утвердить программу в университете новую, которая была бы одобрена министерствами, всеми вузами-партнерами зарубежными. Это достаточно долгий процесс, как совершенно правильно коллеги из бизнеса говорят, что мы очень часто отстаем. Поэтому мы будем обновлять базовые программы, и как вот тоже подсказывает нам и опросы, и рынок, база университетов наших казахстанских, инженерная база, по нашему мнению, достаточно хорошая. Нам нужно работать с вопросами, это обновление лабораторий, аккредитация лабораторий, привлечение практиков и университеты. Мне кажется, абсолютно любой университет Казахстана сталкивается с той же самой проблемой, о которой сейчас нам говорил коллега из бизнеса. Если из бизнеса люди уходят работать в другие отрасли, то каким образом мы практиков, способных не просто делать, а еще и научить студента делать. Это более расширенный навык. Это не только навык, это еще способность научить тому, что ты умеешь.
Каким образом при таких же низких зарплатах в университетах на рядовых позициях мы можем привлечь на работу практиков в штатную свою структуру, чтобы они работали с 9 до 6? Это абсолютно нереализуемая задача. Эта задача возможна к реализации только через короткие курсы, краткосрочные контракты по каким-то взаимовыгодным подходам, в том числе через финансирование научно-исследовательной деятельности. Практик, который занимается тушением пожаров бесконечно на работе, где очень плохо поставлен менеджмент, у него нет на это времени. И здесь, наверное, я выведу общую условную, как это, возможный путь решения, гипотезу, коллеги. Что для университетов, что государственной системы, что для бизнес-организаций, возможно, на наш взгляд, спасительным выходом здесь будет грамотная оптимизация бизнес-процессов, а это скиллы, связанные с менеджментом. Обычный базовый менеджмент, всегда говорили, что все идут на менеджмент, на юристов и экономистов, и в инженерные специальности не идут. Но, может быть, уже пришло время на менеджмент посмотреть совершенно иначе, на стратегический менеджмент, на операционное управление качественное и грамотное. И как только любой консалтер скажет на любом предприятии, как только мы начнем согласовывать оптимизацию бизнес-процесса, то есть сокращение сроков процедуры расходов, мы столкнемся с кучей сопротивления. А это те навыки, которые сегодня называются soft skill. Это навыки переговоров, это способность услышать друг другого и прийти к общей точке знаменателя. Если посмотреть сегодня на программу подготовки MBA, ГОСТ по подготовке MBA, 40% подготовки управленческих кадров – это софт-скиллы. Это те самые переговоры, эмоциональный интеллект, способность быть в диалоге, управлять командами и управлять процессами. И мы как университет готовы предложить как решение для реализации стратегии. Первое – это executive программы по отраслям, executive MBA, модульные программы, на которых было бы удобно и легко обучаться без отрыва от производства по выходным дням по любому направлению, по любой специальности. Такая программа формируется достаточно быстро, повторюсь, потому что базовая школа, фундаментальные навыки уже, во-первых, есть у самого человека, производственника практика. Вопросы менеджмента, у нас собран пул специалистов, плюс есть передовые курсы, открытые для нас в рамках глобального договора ООН, из-за того, что мы к ним присоединились и можем привлекать оттуда любых специалистов. И собрать программу под любой запрос можно достаточно быстро. В прошлом году мы апробировали такие курсы повышения квалификации по ускоренной Executive MBA для сотрудников ERG. Мы 8 месяцев проводили переговоры, чтобы вычленить, в чем проблема у этой компании, у их специалистов, и какое конкретно предложение нужно сделать. 8 месяцев переговоров, чтобы сверстать двухнедельную программу обучения именно под тот запрос, который, под ту узкую задачу, которая нужна была компании. Вот. Я не перебрала со временем? Да. Если мы уже завершили, то было бы отлично. А, да, все. Разрешите похвастаться самым очень интересным проектом для наших преподавателей, студентов, для любого уровня студентов, это магистратура и докторантура, проект, который мы реализуем, Future 17. 28 компаний, глобальных компаний мира, где представлены Adidas, Nike, Lipton, ну, Lipton чай, который мы пьем ежедневно, финансирует этот проект вместе с 12 международными вузами. Наши студенты в этих проектах получают кейсы, например, такой, что делать с утилизацией чайных пакетиков. И сидит в проектной команде студент-инженер, студент-дизайнер, студент-айтишник из разных стран. Это не по принципу конкурирующему. У нас очень часто проводятся хакатоны, где команды должны превзойти друг друга, и мы конкурируем, наступаем друг другу на голову, чтобы выбежать вперед за призом. Здесь нет этого подхода. Наши студенты распределяются в межгосударственные
межгосударственные, межстрановые, межкультуральные программы по принципу равностного творческого подхода и решают таким образом задачу. По завершению этих проектов у студентов есть возможность пройти собеседование в любую глобальную компанию мира. Вот. Сейчас мы в пилоте в таком проекте реализуем проект по стажировке в охраняемой морской зоне в Южной Африке и второй проект по аквапоники, европейский бренд американской компании. Есть также проекты по железной дороге в Африке, по цифровому маркетингу в Европе и так далее. Не буду тратить на время на перечисление. Вот, в этом году мы отправили в такую программу 10 студентов. На следующий год мы отправляем туда 150 студентов с сентября. Вот, на этом все. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Жанна Викторовна. Действительно, вот работа СУР, работа с целями устойчивого развития открывает большие горизонты для реализации международных проектов. Не только для профессорско-преподавательского состава, но и мы выделим для студентов также, да, что они растут, они понимают, они принимают все требования, которые необходимо будет затем использовать в своей деятельности. И дальше даже вот упомянула Жанна Викторовна, они получают большие шансы, значит, устраиваться на работу с большим, значит, потенциалом. Поэтому я считаю, что Коркут-Ата университет немножко отстает, и очень печально, что на базе регионального университета отсутствуют такие центры цели устойчивого развития. Вот, Жанна Викторовна, вам нужно будет обмениваться большими вашими опытом профессиональным и щедро делиться. Гульба Зараковна, можно вопрос? Я прошу прощения. Можно пару минут возьму? Да, минуту одну, потому что следующий спикер тоже ждет у нас, потом у нас перерыв. Хорошо, я хотела просто добавить к слову Жанны Викторовны. Значит, хочу поделиться немного с нашим опытом по подготовке наших кадров по электроэнергетике. Значит, в 2020 году было у нас открыто впервые, значит, солнечная ветровая электростанция мощностью 5 киловатт. И после, вот сейчас, к сегодняшнему дню, значит, мощность достигает нашей станции 18 киловатт, и мы сейчас, значит, обеспечиваем освещением, электроосвещением территории 5-го корпуса, учебного корпуса, и, значит, оставшуюся мощность мы передаем рядом находящийся кафе «Жигер», студенческое кафе. И, значит, в нашем опыте еще есть один день в неделю посвящаем производственной практике, то есть это один день в неделю освобождаются все студенты 3-го курса и 4-го курса, они находятся на базе практики, то есть на производстве, на промышленной базе АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания». И день они там находятся, значит, проходят практические лабораторные занятия, и этим самым мы, значит, хотела я сказать, что мы готовим высококвалифицированных кадров для электроэнергетической отрасли нашего региона. Вот эта электростанция ни в каком вузе, вернее, ни в каком регионе, в региональных вузах нет такой электростанции. И нам в большинстве, значит, оказывает помощь, вот рядом сидит товарищ Казылбаев Нурсултан, Джалагаш Солар, и вообще мы впервые, первый раз, когда мы пытались, вернее, у нас это вот созрело, когда проблема открыть такие станции, мы обратились к нашим соседям, таким серьезным соседям. Я просто хотела похвастаться тоже в свою очередь. Спасибо. Спасибо. Спасибо за то, что поделились информацией той работы, которая здесь осуществляется. Следующее слово хочу предоставить Марии Вячеславовне Степановой. Она является экспортом New Energy Advancement Hub Центральной Азии. Будет выступать по теме инноваций в энергетике и образовании. 10 шагов в подготовке кадров для ВИЭ. Это тот международный эксперт, который смотрит, можно сказать, биноклем, как готовятся кадры для энергетической отрасли. Это очень важно, когда с внешней стороны мы имеем мнение, мы имеем экспертное мнение
на нашу работу. Пожалуйста, вам слово, Мария Вячеславовна. Большое спасибо, Гульбазара Акыловна. Здравствуйте, коллеги. Спасибо за такой аванс в представлении. Очень интересно слушать. И огромное спасибо и ИКТИК, Гульбазара Акыловне, и всем коллегам, кто вот последовательно. Я смотрю со стороны, но со стороны очень видно, виден прогресс, и он довольно быстрый. То есть даже вот с прошлой секции, которую ИКТИК и Гульбазара Акыловна собирали, уже и ресурсный центр сделан, и вот такое сообщество мы... точно как бы уверены в них, что вот эта теснота горизонтальных связей может давать очень большой скачок, когда меньше денег, когда меньше возможностей, еще что-то, но за счет вот хороших тесных коммуникаций и ну, умных решений, и вот очень соглашусь с Жанной Викторовной, и прозрачных процессов, то есть менеджмента здорового, можно достигать совершенно вещей, которые нельзя достичь там, деньгами, оборудованием и какими-то другими более такими экстенсивными методами. Спасибо большое. Я сейчас поделюсь экраном и коротко расскажу. Очень удобно выступать после коллег таких прекрасных, которые уже много сказали, я буду тогда только по верхушкам. Мне очень жаль, что я еще не выучила настолько казахский язык, я недостаточно поняла, конечно, приветствие, но я поработаю над записью и пойму все хорошее, что там было сказано, потому что там явно было интересно. Значит, NEOC, New Energy Advancement Hub, мы кипрская компания, но часть команды у нас сидит в Алматы, часть распределена в других странах мира. Мы работаем на стыке образовательных продуктов, коммуникационных и энергоперехода, то есть новой энергетики. Ну и вот такое несколько броское, дерзкое название про 10 шагов, но сейчас расскажу коротко. Значит, действительно, коллеги уже говорили, что это совершенно не громкие слова и не пафос, кадры нужны для энергетики, а энергетика в том числе для конкурентоспособности страны. Из-за тех высоких целей и амбиций, которые стоят, это без преувеличения так. Мы привыкли в энергетике к довольно традиционной цепочке, она односторонняя фактически, от первичной энергии, преобразования энергоресурсов, и дальше идет потребление там, на предприятиях, и дальше во многих переделах, да, в городах, в сельском хозяйстве, в домохозяйствах и так далее. А проблема в том, что сейчас, во-первых, и в этой цепочке происходят изменения. И да, топливно-энергетический комплекс в начале всех этих цепочек создания стоимости. А это что значит? Что от того, какая эффективность в нем, в энергетике, от этого зависит себестоимость всех товаров и услуг дальше по цепочке. А теперь еще мы обращаем внимание и на углеродный след, который дальше, то есть от того, сколько мы потратили фактически, какой углеродный след у киловатт-часа или гигакалории. Это как бы влияет на все дальше. Если мы говорим об экспортерах, о СИБАМ как механизме европейском, и аналогичные механизмы вводятся и в азиатских странах и так далее, все больше будет давление на топливно-энергетический комплекс с точки зрения контроля углеродного следа. Поэтому возобновляемая энергетика ну, будет только развиваться, вариантов нет. И при этом вот эти специалисты энергетики и даже в прежней, да, архитектуре, тем более в новой, нужны на всех этапах этой цепочки. Мы говорим не только про энергетический комплекс, но и про крупных потребителей на предприятиях, например, энергетики. А теперь еще и для некрупных, и даже для домохозяйств, и для просьюмеров и так далее. То есть и получается, во-первых, все очень изменяется, цепочка перестает быть однонаправленной, возникает множество мелких, средних и крупных, но производителей возобновляемой энергии, они, эта генерация стохастична, уже больше, они частично отдают в сеть, больше эта цепочка не однонаправлена, совершенно другие механизмы регулирования, уже возникают целые энергохабы, то есть технически это возможно, в других странах есть, да, энергосообщества, как бы, которые имеют одно присоединение к общей сети и внутри собственный какой-то микрогрид. Там и электромобили могут быть как генерация, когда отдают энергию, и возобновляемые источники, там и теплонасосы и так далее, и внутри торговли и что угодно. То есть любые фантазийные решения. Это сильно усложняет всю систему. И даже не только технически, но именно с точки зрения менеджмента это усложняет вопросы принятия решений, многофакторность огромная, и даже ну, математические механизмы регулирования такой цепи.
Ну и фактически для Казахстана и для энергетики Казахстана действительно задача два в одном. Нужно поддерживать бизнес as usual, потому что это надежность поставок, жизнедеятельность экономики, такая энергетика. А с другой стороны ее реформировать как бы тут же с колес в сторону вот изменения на возобновляемые. Ну и если говорить о том, как, какие кадры нужны. Действительно нужно обеспечить такую энергетику, которая обеспечит такую конкурентоспособность экономики национальной вот на десятилетия вперед. Ну и вот кто этот человек, этот будущий энергетик? Вот коллеги уже сказали, действительно, огромная динамика изменения, неопределенность. Мы не можем научить раз и навсегда. Цифровая революция, то есть любому специалисту любой специальности теперь нужна очень хорошая цифровая грамотность, достаточно глубокая, и даже дата-аналитика в какой-то смысле, в каком-то смысле. А вот дальше вот эта возрастающая сложность везде, и везде специфика тоже не дает общих решений и рецептов, и мы не можем научить каждой конкретной ситуации, поэтому мы должны научить, видимо, адаптабельности и самообучению, чтобы эти люди, усвоив какие-то принципы, и поняв, что даже эти принципы могут через 10 лет измениться, как, например, раньше нужно было сразу потреблять киловатт-час, сейчас, например, есть батареи и так далее. То есть эти люди должны уметь адаптироваться и адаптировать свои решения и инновации к конкретной ситуации. Важно тоже, коллеги говорили, что износ существующих мощностей – и я бы все-таки сказала, нехватка достоверных данных об их техническом состоянии. Я имею в виду прямо измеренные данные, которые нам нужны в цифровую эпоху. Вот прям каких-то измеримых показателей для того, чтобы можно было принимать решения обоснованные, основанные на данных. Это тоже еще предстоит делать, этот интернет вещей, накидывать на существующие системы, тем более на новые, чтобы измерять, а не по ощущениям управлять. Ну и, конечно, дефицит инвестиций для модернизации, если бы мы могли развивать две системы параллельно, но мы должны всегда выбирать, куда направить этот тенге. Соответственно, выше цена ошибки. Ну и получается, что то есть мы должны добиться, чтобы человек, выпускник, а фактически даже и при переподготовке кадров, как совершенно правильно коллеги говорили, сделать навык постоянного обучения. Я взрослый человек, я ленюсь учиться, я понимаю, что учиться вообще сложнее, чем работать, как мне кажется. На работу ходить легче. Так вот, сделать это навыком и как-то приучить к этому людей. А дальше это способность к инновациям. Ничего больше нет застывшего и уж точно не в технологиях новой энергетики. Ты вышел, и через полгода ты должен обучиться чему-то новому, видимо, сам. А дальше тоже очень правильно упоминалось, метанавыки, мы сюда относим. У вас, по-моему, микрофон отключился. Мария Вячеславовна, вас не слышно. Микрофон. Шахпитма? А? Я, Олжахтан, связь. Так, онда, Жахсонда. Он до кадра. Мария Вячеславовна, большое вам спасибо, если меня слышите, да? Огромное спасибо. Мы продолжим нашу секцию, давайте. Так. Давайте, ага. Перейдем к следующему этапу. Здесь следующий этап. У нас специалисты производства и эксперты о подготовке кадров для энергетической отрасли называется. А теперь уже можно кратенько. Основные доклады у нас закончились. Мы просим немножко соблюдать регламент, потому что у нас еще представители следующей секции есть, выступающие. Хорошо? Вот, поэтому...
Да, прошу прощения, вы уже перешли на другого спикера. А, Мария Вячеславовна, да, вы что-то отключились, мы думали, наверное, выбило. Да, прошу прощения, выбило, да. Можно продолжать? Ну, хорошо, да. Пожалуйста, завершите. Да? Ага. Да, хорошо, сейчас ускорюсь. Так, отлично. Ну, то есть никакие подходы чужие применять нельзя, правильного рецепта никто не знает, и нужных знаний, которые потребуются на Земле, возможно, еще нет в учебниках. Вот в такой ситуации живет сфера образования для энергетики. Ну, и эти знания все междисциплинарны. И, наконец, вот те 10 шагов, которые обещала из нашего, так сказать, опыта, что мы предлагаем. Во-первых, именно для того, чтобы сделать быстрее time to market, гибкость программ, модульность и их сборка. Мы рискуем меньше, мы делаем короткие модули, их легче обновлять, и потом из них собираем программы. Очень сильное привлечение индустриальных партнеров, начиная от постановки задачи, какие нужны программы. Дальше практика, не буду долго останавливаться, она должна быть, да, на других основаниях, более как бы такая глубокая, и оценка результатов. Мы предлагали бы итерационную разработку этих модулей и программ, типа вот такого agile, что ли, подхода, то есть сначала отработать на каких-то коротких и легких методах, типа курса повышения квалификации, потом уже доработать по обратной связи до магистратуры, уж когда все застыло в бакалавриат. А потом мы считаем, что людей очень сложно заставить потреблять знания, сначала их нужно поставить на практике в ситуацию, когда они поймут, что они чего-то не знают, то есть практика впереди, мы считаем. Очень хорошо работают смешанные по специальностям команды и группы, вот это вот как раз командная работа, да, междисциплинарная, и по возрастам, сегодня коллеги упоминали наставничество, это тоже очень хорошо. А дальше, опять же, одно из таких, как мы считаем, один из хаков, да, хитрых решений, когда недостаточно времени, денег, возможностей, технологий, это вот как раз то, чем, видимо, будет заниматься ресурсный центр, и то, чем вот рабочая группа проектик занимается, это горизонтальные связи между университетами для консорциумов и даже платформ. Ну, цифровые инструменты, да, и постоянное обновление модулей программ. Значит, на чем основано? У нас есть готовый продукт, например, New Energy Impact School. Мы его готовы, если надо, переформатировать из B2C, то есть для конкретных специалистов, какой-то корпоративный или, может быть, даже подготовку преподавателей. То есть там есть готовые совершенно модули. Нам кажется, что есть в Центральной Азии потребность в карте стейкхолдеров энергопереводов. Нас пока не хватает, мы слишком маленькие партнеров, давайте сделаем. Нам также кажется полезным проводить, возможно, какую-то экспертную сессию или форсайт для интенсива, чтобы там буквально, не знаю, за полдня, за рабочий день выработать прям конкретную, может быть, дорожную карту для вовлеченных сторон и их совместных действий. Ну и еще раз благодарю за внимание, извините, что прерывалась, спасибо большое. Спасибо большое, Мария Вячеславовна. Очень интересный доклад был. Действительно, необходимо, нужно будет нам учитывать. Все вот сегодня очень хорошее предложение дают наши спикеры. Это говорит о том, что мы с другой стороны, с другого взгляда можем посмотреть на сегодняшнюю заявленную тематику. Предлагаю сейчас по программе у нас заложен перерыв, но так как мы немножко вышли из рамки нашего временного параметра, программы временно, да, по времени отстаем. Поэтому следующих спикеров хочу попросить, были чтобы краткие и лаконичные, и придерживались регламента. Сейчас у нас будет говорить мнение производства. Я думаю, производство – это те люди, которые конкретные, четкие, возможно, они по 3 минутам пройдутся по тем проблемам, которые сейчас присутствуют. Перфилов Олег Владимирович, я думаю, он не смог сегодня к нам присоединиться, да? Потому что с утра были заняты совещания, но, кажется, его нету сегодня. Поэтому я хочу предоставить по программе слово Алексею Дьякову. Он является менеджером проекта ERG по образованию о системе подготовки и переподготовки кадров для ERG. Пожалуйста, вам слово, Алексей. Добрый день, уважаемые коллеги. Скажите, пожалуйста, слышно ли меня?
Вас очень хорошо слышно и видно. Хорошо, спасибо. Тогда с вашего позволения я начну. Да. Пожалуйста. Так, минуту. Сейчас я сделаю презентацию на экран. Угу. Подвисает, к сожалению. Хорошо, тогда пока компьютер загружается, я начну свой доклад. Значит, как уже здесь заявляли предыдущие спикеры о системе подготовки кадров и обеспечения кадрами именно отрасли энергетики, то да, в принципе, мы сталкивались с аналогичными, с подобными проблемами. У нас проблема с интернетом, да, что спикер застыл. У нас с интернетом проблемы. Прошу прощения. Некоторые проблемы с интернетом. Да, мы вас слушаем, Алексей. Может быть, вы вкратце расскажете, пока не загрузили презентацию? Да, конечно, сейчас. Так, меня слышно, да? Да, слышно. А, хорошо, итак, я начну. Презентация почему-то не загружается. Что касается участия ERG в подготовке кадров, то мы здесь охватываем практически все сферы. Это и школа, и колледж, и вуз, и производство. Для школ, колледжей и вузов мы вкладываем денежные средства в обновление материальной базы. Мы делаем совместные образовательные программы с колледжами, с вузами. У нас действуют филиалы кафедр от вузов на предприятиях. То есть то, о чем говорящие ораторы, наши, можно сказать, почти наши студенты получают возможность ознакомиться на практике с имеющимися достижениями, с имеющимися разработками. И на производстве действует корпоративный университет. Алексей, вы пропали. Это проблема с нашей стороны, да? Нет? С всех стороны. Видимо, ERG закрытая компания же, и у них с интернетом тоже, наверное, проблема. Алексей, пока ваш интернет наладится, давайте я предоставлю слово следующему спикеру. Нурлан Габдулович Ахмеджанов, технический директор Усть-Каменогорской теплоэлектроцентрали. Добрый день, уважаемые участники конференции. Слышно меня, да? Да, вас слышно хорошо. Пожалуйста, вам слово. Можете быть краток, четко и проблемы. Я понял, Гульназар Акыловна. Буду краток. Предыдущие спикеры действительно очень ярко говорили обо всем. И о традиционной энергетике, и о ВИЭ, и о проблемах с кадрами и там, и там. Поэтому оно действительно есть. Мы это, как никто, на практике замечаем у себя на производстве. Да?
То есть сегодня говорили также и о низком уровне подготовки тех студентов, которые к нам приходят на работу, да, поэтому у нас на станции разработана и действует с 2013 года программа дуального образования. Значит, мы тесно сотрудничаем с местным политехническим колледжем, Ускиногорский высший политехнический колледж. Имеются программы по специальности теплоэнергетические установки тепловых электростанций. То есть по этой специальности вот уже в течение нескольких ряда лет, да, студенты проходят обучение и практику, в том числе и у нас на предприятии, в корпоративном центре обучения. Ну, так, например, в 2021 году 15 студентов прошло обучение, в 2022 – 32, в 2023 – 27 студентов. Ну, в 2024 году вот произошло снижение такое у нас, всего лишь 5 студентов. Значит, действительно малое количество поступающих, о которых говорил Алишер, оно есть. Значит, на сегодня и в техническом университете, который также в Усть-Каменогорске находится, есть проблема. Значит, набор студентов очень малочисленные группы именно на теплоэнергетических специальностях. Это проблема, о которой мы знаем, и как бы с университетами уже говорили на эту тему. Необходима популяризация нашей специальности и набор. Тем не менее, значит, вот в ближайшие годы, так бы еще хотел сказать, значит, наша область будет все-таки развиваться в энергетическом плане. Она и так насыщена энергопредприятием, но тем не менее, значит, у нас предстоит расширение нашей станции, значит, увеличение в тепловых сетях тоже по оборудованию и, соответственно, это наборы людей, да. Ну и если вы знаете, значит, соглашение, подписанное двумя президентами, да, это строительство в трех городах Казахстана ТЭЦ, это необходимость, это дефицит тепла, и поэтому эти станции точно будут строиться. Ну, а так как, если они будут строиться, это означает, что необходим персонал тогда. Ну, для подготовки персонала мы будем тесно работать с нашими местными образовательными учреждениями. Вкратце у меня все. О, рахмет, Нурлан Габдулович. Вы неоднократно выступали на эту тему. Действительно, очень тщательно подходите к этому вопросу, именно вашей организации, мы ознакомлены. Я думаю, и местными университетами, колледжами вы наладили хорошие связи. Я думаю, в целом вопросы, которые вот производство ставит, у вас она проецируется в ваши высшие учебные заведения и ваши учебные заведения по локальной их расположению в вашем регионе. Рахмет Улькон. Следующее слово хочу предоставить Гарипову Флюр Салаватовичу. Он является генеральным директором товарищества ограниченной ответственностью «Караганда Энергоцентр». Он расскажет об обеспечении кадрами «Караганда Энергоцентр». И я хочу вас попросить быть также краток в определении и заявлении. Нас очень интересует со стороны производства, какие проблемы присутствуют в подготовке кадров, либо в получении тех специалистов, которые к вам приходят после завершения вуза. Пожалуйста, вам слово, Юр Салаватович, вы с нами? Да, добрый день, уважаемые участники конференции. Немножко о нашем производстве. Значит, Караганда Энергоцентр, сюда входят две станции локально-регионального значения, это Карагандинская ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3, единственные поставщики тепловой электрической энергии в городе Караганда. Ну, по предприятию у нас 1300 сотрудников. Немножко скажу по текучести, значит, ну, за последние 5 лет
Мы, конечно, темпы текучести снизили, но по подготовке персонала шагнули гораздо далеко. В 23-м дальше, то есть в 23-м году открыли на базе Карагандинской ТЭЦ-3 учебный центр. Сейчас учебным центром заключены договоры с учебными заведениями города Караганды. Это пока один колледж и два высших учебных заведения. На прохождение практики получается и... То есть подготовки к дипломной работе и так далее. С нашей стороны сейчас активное участие принимаем наши специалисты именно в подготовке специалистов будущих при прохождении практики именно на производстве. Вот на что мы хотели и акцентировать внимание. Все учебные заведения, которые сейчас работают, буквально мы вчера проводили встречу с тремя вузами города Караганды, направлены на теорию, мало сильно практики. И поэтому... Те специалисты, которые выпускаются по завершению учебного процесса и приходят дипломированные специалисты на производство, немножко разнится у них впечатление. То, что им обещали и говорили, рассказывали в стенах учебного заведения на производстве, ну, как ранее коллегами было сказано, это стареющее оборудование, бытовые условия и так далее. Как бы люди отступают от своих мыслей и отказываются дальше там работать, набираться опыта. Тем не менее, сейчас, ну, в своем городе мы уже подошли с вузами к тому вопросу, чтобы даже высшие учебные заведения согласились проходить часть обучающего процесса именно в стенах действующих цехов. То есть выводить студентов на не то, что практику прохождения, именно обучение. В этом направлении буквально вчера мы еще заключили меморандум о сотрудничестве с учебными заведениями по проведению совместной профориентационной нашей работы. Поэтому, ну, в целом, по производству сейчас хотелось бы отметить и отток специалистов в связи с работой во вредных условиях. Последний закон, который был подписан и выпущен с 1 января, это в 55 лет. Люди, отработавшие 86 месяцев, то есть 7 лет на производстве средними условиями труда, уходят на социальные выплаты. Здесь мы тоже имеем сейчас отток специалистов, отток с большим опытом работы в основном уходит. То есть люди, отработавшие и 20, и 30 лет, и колоссальный багаж знаний, они просто не успели передать его. Поэтому, ну, наше мнение со стороны нашего производства, со стороны нашей сферы, что как можно больше работать именно с учебными заведениями в практике. В обучающем процессе мы ничего не говорим, там достаточный объем информации передают студентам, но практики не хватает однозначно. Поэтому, ну, для меня такое решение, что чем больше будет студент находиться на практике в момент обучения, тогда он больше ближе будет к этой профессии уже по подходу, по завершению учебного процесса. У меня все, спасибо. Ахмед Улькон Юр Салаватович. Да, очень интересно. Также вы у нас на базе нашей платформы Green Webinar неоднократно выступали, интервью давали. В принципе, вы, можно сказать, держите руку на пульсе по подготовке кадров и по решению тех проблем, которые у вас появляются с обеспеченностью кадрами. Я была наслышана той системой, которую вы прогнозно определяете замены, взаимозаменяемость и другие параметры. Спасибо большое. Теперь спасибо. Я хочу предоставить слово, вот так как мы говорим о том, что обеспечение кадрами во внедрении ВИА-технологий, у нас в Казахстане присутствует, работает, функционируют определенные ассоциации возобновляемых источников энергии. Это и солнечные ассоциации, и ветроассоциации, и гидроэлектростанции ассоциации есть, да? Вот я хочу сейчас предоставить слово Ирлану Имбергенову, который предоставляет Казах Грин, солнечные, значит, ассоциации солнечной электростанции. Он является директором товарищества с ограниченной ответственностью Solar Way A. И он будет рассказывать именно вопросы подготовки и переподготовки кадров для реального сектора бизнеса. Пожалуйста, вам слово, Ирлан. Здравствуйте, уважаемые участники сессии. Спасибо большое, Гульбазара Акылова, за возможность участвовать в такой важной сессии. Меня зовут Ирлан Ибергенов, я являюсь директором компании SolarWay A.
вот как говорили предыдущие спикеры, актуальность развития использования ВИО сложно переоценить. То есть это реально мировой тренд. И развитие кадрового потенциала нашей страны очень важный и насущный вопрос. Вот. Мы занимаемся, конкретно наша компания занимается установкой солнечных электростанций малой и средней генерации. Ну, также можно назвать это распределенной генерацией, когда электростанции вырабатывают электроэнергию, для уже выдают излишки электроэнергии, вырабатываемые в сеть. Вот. Нашими заказчиками являются как частные лица, так и юридические лица из различных сфер экономики, таких как производство, торговля, сельское хозяйство, логистические, складские компании и так далее. С вашего позволения, я бы хотел рассказать в своем докладе о текущих потребностях и болях нашего сектора экономики в кадрах. Наш сектор достаточно растущий, поэтому способствуют, с одной стороны, меры государства, например, принятие закона о нетто-потребителе, по которому к сети электроснабжения можно будет подключать электростанции на базе использования ВИА мощности до 200 кВт для продажи излишков в эту сеть по зеленому тарифу. С другой стороны, повышение тарифов на электроэнергию, которые сейчас происходят в данный момент, вынуждает бизнес искать альтернативные источники для снижения затрат на электроэнергию и тем самым снижения себестоимости производимых ими продуктов и услуг. Также способствуют росту международные программы финансирования ВИА. Вот, например, последняя такая программа, вы, наверное, про нее знаете все, это программа ПРООНГЭФ по снижению рисков финансирования проектов ВИА. Вот. Любой растущий сектор, он, естественно, требует наличия подготовленных кадров, чтобы он рос, этот сектор, которых в настоящее время очень действительно не хватает. Если посмотреть на наш бизнес внутрь, в разрезе реализации проектов, то его можно разделить на следующие большие части, да? Такие как маркетинг, продажи, предпроектное обследование объектов, там, прогнозирование производства электроэнергии, оптимизация расположения, анализ экономической эффективности, моделирование систем хранения энергии, оценка влияния теней и других факторов на выработку электроэнергии. Следующим этапом является проектирование электростанций. Дальше вот проектный менеджмент уже идет после того, как начинается уже строительство электростанции. Дальше уже монтажно-инсталляционные работы и настройка оборудования, пусконаладочные работы. Острую нехватку кадров мы ощущаем на всех вышеназванных этапах, если честно. Начиная с менеджеров по продажам и маркетологов в том числе, и заканчивая монтажниками. Если вот менеджеров по продажам, допустим, там, и маркетологов мы учим своими силами, так как обучение их не вызывает каких-то больших расходов наших, там, и такими навыками не так сложно обучить. Но вот подготовить инженеров, допустим, проектировщиков или энергетиков, это очень достаточно сложно, дорого и долго. Вот если бы система образования нашей страны готовила такие кадры, то это было бы большим подспорьем для нашего бизнеса в целом и развития вообще и популяризации использования ВИА в целом. А вот каких специалистов вы бы хотели, чтобы выпускали наши вузы там, и среднеспециальные учебные заведения в Казахстане? В первую очередь, чтобы они были бы подготовлены по фундаментальным знаниям, да, по фундаментальным наукам, по физике, допустим, по химии, в первую очередь, так как на базе фундаментальных знаний уже можно легче обучить уже каким-то прикладным навыкам. Вот. Далее, чтобы в каких-то именно вузах, таких, которые именно действительно готовят наших узкоспециализированных специалистов, чтобы были уже факультеты ВИА, да? Чтобы точечно и узко готовить инженеров, проектировщиков для нашей сферы. Возможно, их не должно быть много, да, таких факультетов, да, чтобы не перегреть рынок труда. Вот. Но они должны быть. Также нужны программы переподготовки инженеров-энергетиков, допустим, вот, например, новым направлением по использованию возобновляемых источников энергии. Также немаловажно партнерство, да, между образовательными учреждениями, государством и бизнесом, чтобы каждая сторона знала потребность другой стороны, других сторон, чтобы был обмен опытом, знаниями,
и особенно перспективными разработками, допустим, производителей оборудования, которые, ну, с которыми мы, допустим, работаем. Вот. Например, этим агрегатором, допустим, может быть стать ассоциация ВИА. Почему нет? Со своей стороны, мы также готовы участвовать как представители бизнеса, участвовать в подготовке специалистов таких на конкретных проектах. Ну, то есть, например, в рамках прохождения производственной практики. Для нас это было бы тоже здорово, большим подспорьем в поиске кадров. Мы бы уже на, ну, там, на этапе учебы, допустим, будущего инженера, мы бы уже его как-то рекрутировали в нашу компанию, допустим, уже как бы на этапе его обучения в ВУЗе. Вот, мы готовы к этому, и так, ну, вот у нас даже есть кейсы такие очень положительные, да, в этом плане. То есть мы вот взяли монтажника себе на работу таким образом из Карагандинского одного колледжа. Вот. Потом к нам пришел тоже также сотрудник на работу, такой высокого уровня инженер. Он закончил магистратуру в Австралии, и он прям учился именно конкретно на инженера по солнечным электростанциям. Вот. Если говорить про перспективы этих, ну, как бы молодых людей или инженеров, то они, ну, как бы, мне кажется, это очень большие, так как сфера растущая, да, тренд растущий, образуются новые компании, наши конкуренты, да, то есть сейчас вот здоровая конкуренция у нас развивается на нашем рынке, это хорошо на самом деле, это подстегивает нас улучшаться в своей работе. А вот заходят иностранные компании в том числе, да, то есть конкуренция – это двигатель любого бизнеса, да, и, то есть, и он способствует также и росту зарплат для инженеров, там, сотрудников нашей сферы. Вот. Ну и плюс у нас сосед рядом с нами, Китайская Народная Республика, да, является лидером в области использования ВИА. Вот, очень много оборудования сейчас производят они, вот, и мы в основном оборудование китайского производителя как бы используем ее в наших проектах. То есть перспективы достаточно большие. Главное, ну, какая-то программа, чтобы была, что ли, чтобы все работали как бы, ну, вместе, скажем так. Вот, на этом у меня все. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Ирлан, когда мы с вами как бы заявляли тематику данную, разговаривали, переговаривали. Я бы хотела, вы могли бы нам передать информацию о том, за счет вашей, значит, усилий, вашей организации, вы готовите своих кадров своими усилиями и направляете кадров в зарубежные вузы, университеты. Вот эти моменты, если вы нам предоставите, мы бы могли бы внести предложение по программе «Болашак», чтобы они ввели те университеты, те вузы, которые необходимы для того, чтобы пополнили свои знания кадры по ВИА и могли получить гранты на обучение или до обучения, или на повышение квалификации и так далее. Спасибо большое. Хорошо, спасибо. Спасибо. Кайрат Асангалиевич, известный наш эксперт, известный ученый, известный академик. Сейчас он долгие годы, он даже опыт работы имеет у руководства вуза энергетического. Да? На сегодняшний день он является генеральным директором Казахстанского национального исследовательского института энергетики имени академика Чокина. Поэтому очень интересный будет доклад. Пожалуйста, вам слово. Кадровые вопросы во внедрении технологий ВИА. Карата Фамалич. Спасибо. Приветствую всех участников данной конференции. Тема сегодня очень актуальна, затронута для Казахстана. Учитывая то, что, к сожалению, я только вот подключился и услышал только один доклад Ирлана, предыдущего докладчика. Вот, все, что он сказал, очень актуально. Вот, и сегодня, на самом деле, кадровый вопрос, я его полностью поддерживаю, да, остро стоит перед Казахстаном. Почему? Во-первых, у нас реализовывается достаточно амбициозная программа по внедрению и переходу на зеленую экономику.
и даже вот за, ну, в настоящее время, не считая то, что реализовались, то есть в 2020 году выполнили план, то есть 3% генерации от ВИЭ, то сейчас у нас к 2010 году было запланировано 10%, но наши энергетики уже и замахиваются на большую цифру. Например, даже в настоящее время, ну, та же компания «Тоталь», да, ведет разработку проекта на 1 гигаватт ветроэлектростанции с аккумулированием. Аналогично идет работа по изыскательские работы по тоже гигаваттной станции для водородной энергетики. То есть у нас идет интенсивное изменение структуры нашей электроэнергетической системы с переходом на возобновляемые источники, то есть увеличение их доли. И на этом фоне как же у нас обстоит вопрос с кадровым потенциалом. На самом деле, формально, ну, да, мы, наверное, много выпустили. Кто-то включается. Вот, по формальным признакам, конечно, в свое время была разработана программа по развитию возобновляемой энергетики. То есть там есть пункты, касающиеся подготовки специалистов. И мы так или иначе, на сегодня, если проведем анализ образовательных программ, то у нас, ну, есть университеты, где это готовится. Но чего, ну, при этом наши, скажем так, работодатели, вот, что исследует из предыдущего доклада, остаются недовольными качествами подготовки. Здесь, честно говоря, два вопроса. Одно дело – это подход к подготовке кадров, и второй, скажем так, аспект – это подход к подготовке кадров. Что именно? Одно дело, как готовить, да, то есть ответственность при подготовке, то есть чтобы студенты проходили нужные программы, изучали. И второе, насколько наши образовательные программы в области ВИ соответствуют нужным. То есть те компетенции, которые закладываются в образовательные программы, насколько они востребованы на рынке. Вот здесь у нас, по моему мнению, это большой, скажем так, пробел. И прежде чем разрабатывать какую-то программу, нам надо понимать конечную цель, для кого и зачем мы делаем данную образовательную программу, чего мы хотим достигнуть на выходе. На сегодняшний день мы, допустим, вот программа наша предусматривает внедрение ветроэлектростанций, солнечных электростанций, да, соответственно, где будут работать наши специалисты. Это все у нас определяется профессиональными стандартами. К сожалению, на сегодняшний день у нас нет профессиональных стандартов по ВИЭ. Конечно, Атамикен, да, сегодня скажет, что они утвердили, да, есть проекты по ВИЭ, но там эти стандарты касаются эксплуатации схемы выдачи мощности, то есть та часть, которой ВИЭ фактически не касается. То есть это типовые стандарты для специалистов, обслуживающих подстанции. Но нет специалистов, которые бы обслуживали непосредственно ветроэлектростанции, солнечные электростанции. Нет специалистов, которые могли бы монтировать эти станции, да, монтажом заниматься. То есть руководить монтажом, если это говорить об инженерах. Нет стандартов для специалистов, которые бы проектировали эти станции. А все эти вещи у нас должны быть прописаны в профессиональных стандартах. Не будет профессиональных стандартов, мы не узнаем, чего хотят работодатели. Поэтому хотим хороших специалистов через 4 года, значит, уже даже через 6-7 лет, потому что год-два надо потратить на то, чтобы разработать профессиональный стандарт совместно с работодателями, со специалистами именно с предприятий. В рабочие группы должны входить представители работодателей, люди с опытом и представители образовательных организаций. Тогда, возможно, будет и профессиональный стандарт, и будут определены как компетенции, так и будет ими разработана, ну, востребованная образовательная программа. Только вот такой системный подход нам даст специалиста через несколько лет, который будет востребован на рынке. Это одна сторона, скажем так, ну, среднедолгосрочной, да, стратегии. Следующий подход – это на сегодня у нас достаточно много объектов, и причем очень быстро внедряется, и нам уже сегодня, да, нужны специалисты, которые могли бы проектировать объекты ВИЭ, заниматься монтажом этих объектов. Как? Это вот один из вариантов, да, переподготовки специалистов. И если лет 5-10 назад это стояло, можно было, этот вопрос был не так острым, то есть объектов мало было, пока проектами занимались, то сегодня
Этот вопрос стоит очень остро. Сегодня очень большое количество объектов вводится. Ну, мой личный опыт, да, к примеру, даже среди проектировщиков не знают, вот, ведь проектировщик, допустим, ветроэлектростанция, он выбирает конкретную технологию, они разные на сегодня. Как отметили, это и Китай, и Европа, производители разной технологии разные. В чем их преимущество, не все представляют, даже представители проектных организаций. Есть вопросы по расчету режима. Это вот конкретные вопросы, которые, по которым нам надо готовить. Не смотреть в общем. Маркетинг, да, хорошо, подготовка специалистов, но готовить конкретно узких специалистов, которые могли бы настраивать релейную защиту, автоматику, АСКУЯ, к сожалению, я вот сколько видел образовательных программ, у нас очень мало таких образовательных программ, которые бы готовили таких узких специалистов. Я понимаю, что это вот подход к бакалавриату, магистратуре, но в любом случае у нас сегодня нет видения такого. Кто, что должен уметь специалист, и, соответственно, привязанной образовательной программы нет. Соответственно, нет переподготовки специалистов действующих. Чему их надо научить, чтобы они были востребованы на местах. К сожалению, не все вот, программы курсов повышения квалификации ну, так вот достаточно узко подходят подготовки. То есть их образовательные программы не всегда вот такие узконаправленные. Допустим, релейная защита ветроэлектростанции. Это ну, по Казахстану я... Ну, надеюсь, не совру и не ошибусь, если скажу, что таких специалистов у нас нету и пытаются вот традиционную релейную защиту читать. Но там есть свои нюансы, которые надо знать, и здесь уже надо, возможно, где-то, да, привлекать специалистов. Теперь вот по поводу там каких-то зарубежных подготовки. Снова же, прежде чем определить те образовательные программы или одобрить, да, вот Гульбазар Акылова как раз отметила по поводу Балашаха. Здесь бы я тоже предложил бы вариант, что надо все-таки в первую очередь определиться, а какой нам специалист нужен и какие образовательные программы подойдут к нам, чтобы на выходе по возвращению он был максимально востребован и мог бы ну, дальше готовить. В свое время мы совместно с Валерием Александровичем Дворником готовили дорожную карту по переподготовке специалистов тоже для ПРООН проекта был, вот, где мы эти вопросы затрагивали, что вообще переподготовку нам надо вести на трех уровнях. Первый уровень – это ознакомительный, чтобы население максимально было положительно отзывалось от возобновляемых источников, чтобы как можно больше потенциальных инвесторов включить. Потому что сейчас идет вопрос изменения структуры. Акцент делается на распределенную генерацию, когда много маленьких генерирующих объектов. А чтобы их увеличить, нам нужно больше информировать население. Речь идет, допустим, о тех же, параллельно мы делаем проект по крышным электростанциям. Да? Сейчас ведем и нормативную базу анализируем, что у нас и нормативная база еще не совсем готова. Многие объекты сейчас вводятся даже не, ну, скажем так, на мой взгляд, не совсем корректно. То есть не все экспертизы делаются, никто это не проверяет. А нормативная база нужна, ну, соответственно, и специалисты нужны. А чтобы агитировать больше таких объектов вводить, нам нужно информировать на первом уровне, чтобы как можно больше людей могли знать о ВИЭ, о перспективах, преимуществах. Второй уровень мы предлагаем на курсах повышения квалификации уже сделать вот на уровне специалистов, которые имеют начальное образование, это вот в вузах, в образовательных программах и, соответственно, курсы повышения квалификации, чтобы люди... Уже, допустим, тот же релейщик мог переучиться, допустим, и понять нюансы эксплуатации, то есть защиты оборудования ветроэлектростанции или там, солнечной электростанции, в чем нюансы и какие они на сегодня существуют. Потому что там это направление тоже очень интенсивно развивается, и до сих пор ведутся разработки по оптимизации, вот, там, переход на постоянный ток, ну и такие вот тонкости, да, уже конкретика. Ну и третий уровень, это, конечно, для... уже существующих специалистов, где уже новое оборудование, а инновации в области ВИИ сейчас идут достаточно много, даже по конструкции ветроагрегатов, в чем их преимущества, какие недостатки, что надо учитывать при проектировании. Вот таких три уровня мы дорожную карту в свое время составляли, я думаю, вот надо что-то
вот такой системный подход делать и вовлекать в этот процесс как можно как работодатели, так и высшие учебные заведения. И только тогда будет достигнут какой-то результат, и мы получим через какое-то определенное время специалистов, которые будут востребованы на рынке. По-другому, я думаю, вот, подходить ну, не даст результат. Ну, сейчас вот уже больше, допустим, ну, тот же, это, в университетах, думаю, по ВИИ образовательная программа, ну, наверное, в каждом университете уже более 10 лет ведется. И при этом те знания, которые они получают, не всегда востребованы на рынке. Надо понимать, куда движется рынок, и потом под него уже строить, готовить специалистов. Ну, вот это, наверное, основные моменты, которые я хотел на сегодня сказать. Всем спасибо за внимание. Карат Атамгалич, Куэн Рахмет, Ойнус Бойскенне. Шында да болашақ бағдарламасына заявка беру үшін біз кадрлардың қандай кадрлар қажет екенін білуіміз керек. Біз сол үшін Международный центр зеленых технологий инвестиционных проектов. Мы разработали опросник. Мы их разослали по линии Министерства энергетики собственникам электростанций, солнечных, гидро. В принципе, сейчас мониторим. Наверное, по результатам анализа возможно, с вами посоветуемся, как с экспертом международной организации ПРООН, потому что вас как в качестве спикера предоставил именно ЮНИДА на сегодняшнюю конференцию. Поэтому очень важно ваше экспертное мнение. Рахмет Лукон. Спасибо. Теперь, да. Теперь я хочу, вот Алексей Дьяков, вы присоединились, да, чтобы не сказано слов не было. Если вы вкратце за полторы минуты нам расскажете по ERG. Хорошо, спасибо. Попробую за полторы минуты уложиться. Итак, как я уже сказал в начале презентации, мы захватываем все сферы подготовки кадров, начиная от школы и заканчивая внутренним обучением на производстве. Но в данном докладе я хотел бы сосредоточиться именно на вопросах колледжей, поскольку наша основная потребность – это рабочие кадры. И работая с колледжами, мы обнаружили, что зачастую у нас идет недопонимание. Производство и образование не понимают друг друга, потому что разговаривают на разных языках, потому что у нас длительное реагирование идет на запросы именно работодателей от образования. Информация зачастую теряется. Поэтому была организована нами такая инициатива, как проект ERG для колледжей. И в ноябре 2022 года мы подписали меморандум о создании Альянса колледжей и ERG, куда вошли непосредственно евразийская группа и 14 колледжей, которые готовят кадры именно для наших предприятий. В 2023 году к Альянсу присоединились два вуза: Павлодарский Тарагиров университет и Актюбинский региональный университет имени Жубанова. И в настоящий момент готовится присоединение еще одного университета и 7 колледжей. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы стать связующим звеном между практикой, между производством и между государственными органами. Это наши основные задачи. За это время мы сделали следующие инициативы и достигли таких результатов. В частности, запущена инициатива по разработке универсальных специалистов, то есть это когда один специалист обладает дополнительными навыками смежной специальности. Допустим, многие слесари нуждаются в сварочных навыках, многие металлурги нуждаются в стропольных навыках, управлении грузоподъемными механизмами и тому подобное. Следующим, и в рамках этого момента мы разработали механизм быстрого дообучения уже действующих студентов необходимым навыкам в рамках спецкурсов и в рамках факультативов. То есть сейчас колледжи не, скажем так, берут длительную паузу, не получают образовательную лицензию, а в течение там, нескольких недель, может быть, уже готовы разработать образовательные краткосрочные программы по микроквалификациям и начать подготовку уже непосредственно под наши потребности. Следующая инициатива, которая нами реализована, это селекция, скажем так, выбор лучших студентов.
Для этого мы реализовали ряд мероприятий, как, например, конкурс профессионального мастерства ERG Skills, где мы выбирали лучших студентов именно по компетенциям, которые были востребованы на наших предприятиях. Это слесарное дело, электромонтаж, сварочное дело. Далее среди студентов провели конкурсы по выявлению лучших студентов, оценивали их достижения и брали их на заметку как кадровый резерв для наших компаний. Для студентов, которые стали призерами конкурса, мы организовали зарубежную стажировку в Китае, где смогли сравнить уровень подготовки студентов казахстанских и уровень подготовки китайских студентов. И оказалось, что наши студенты, в принципе, ничем не уступают хорошему китайскому уровню. В этом смысле нам есть чем гордиться. Также мы очень активно работаем с преподавателями с повышением квалификации. Согласно исследованию, проведенному в рамках нашего альянса, 70% педагогов не имеют практического опыта на производстве. 50% педагогов не проходят стажировки на предприятиях ERG. Какие инициативы мы предприняли? Прошу прощения, здесь у нас учение, пожарная сигнализация срабатывает, не обращайте внимания. Какие инициативы предприняли мы? Мы сейчас в рамках законодательных изменений, согласно которым работники имеют право выйти с вредных условий труда, привлекаем их в качестве преподавателей, в качестве мастеров производственного обучения в нашей области. Далее, для повышения именно практической составляющей, более 50 мастеров обучить на разряд по рабочим специальностям, опять-таки на базе нашего учебного центра. И опять же, да, мы не стоим на месте. За время прошу стажировок... отключить микрофоны, те, которые присоединились. Вы мешаете спикеру. Я прошу прощения, это у нас в помещении. Это у вас? Да, к сожалению. Последний буквально пункт, на котором я хотел бы остановиться, это наше взаимодействие именно уже на международном уровне. За время стажировки преподавателей и педагогов мы достигли договоренности о международной аккредитации Французской академии Парижа, международной аккредитации программы именно в сфере энергетической отрасли. То есть позволит нам ее вывести на более высокий уровень, сделает наших студентов, выпускников более конкурентоспособными. Таким образом, мы создали базу на базе нашего проекта, создали базу для быстрого реагирования на запросы производства, создали эффективную диалоговую площадку между образованием и бизнесом и создали альянс, который объединяет усилия и объединяет лучшие практики от колледжей и вузов именно в рамках реализации разработки образовательных программ, повышения квалификации и тому подобное. Вот, мы открыты к сотрудничеству, готовы распространять наш опыт, делиться, заключать иные формы сотрудничества и тому подобное. У меня все, благодарю за внимание. Спасибо. Уважаемые участники, на сегодняшний день мы, в принципе, к содержательной части этой сессии завершили, но на завершающей ноте я бы хотела предоставить, поделиться, вот многие наши спикеры там похвастались какой-то деятельностью, с теми материалами, которые они сейчас проводят, либо они в перспективе наметили проводить. Точно так же мы хотим как бы поделиться своей информацией. Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов сейчас выполняет страновой проект, и мы выиграли грант на $1 миллион. Называется это GC Green Clean Innovation Program. Поэтому здесь эта программа требует создания специальной акселерации стартап-проектов, создания Green Tech Hub. Поэтому мы бы хотели вас оповестить, вкратце на 1,5 минуты информацией поделиться. Мы уже второй год это реализуем. Это страновой проект, который курируется Министерством экологии и природных ресурсов. И это связано именно с деятельностью вуза, потому что стартапы предоставляют нам вузы. Но проблема заключается в том, что эти стартапы иногда не совсем приходится нам упаковывать их для бизнеса и для инвестора. В этой связи многие эксперты международные
они проводят обучение, на которое мы вас приглашаем, чтобы вы могли научиться упаковать свои идеи, стартап-проекты для продажи. Об этом сейчас расскажет наш главный менеджер Департамента зеленых технологий при Международном центре зеленых технологий и инвестиционных проектов Камиля Искакова. Вкратце. Добрый день, я прям очень кратко. Я хотела бы рассказать про инновационную экосистему Green and Climate Tech, которая создается на базе нашего центра. Почему вообще я хочу вас ознакомить? Потому что мы ищем таланты, мы ищем проекты, стартапы, также экспертов и корпораций. То есть это три трасса обществ будут задействованы в нашей экосистеме. И поэтому мы в связи с этим и как бы разносим эту информацию для всех. На данный момент национальная экосистема и ее элементы, они не имеют четкой приоритизации направлений, из-за этого нету общей картины. Мы, как центр, мы попытаемся создать инфраструктуру коммерциализации клинтех, где от этапа готового исследования будет идти до серийного производства этого проекта стартапа. То есть наша экосистема, она будет как платформа, где будут выстраиваться взаимоотношения корпораций, экспертов и стартапов. То есть вот экосистема, это вы на экране видите этапы реализации, это коллаборация с зарубежными игроками. Это все, что мы будем делать в связи с нашей работой. Как будто я уже там, а она еще не пришла, да? Да, вот это, как я уже сказала, это три ядра сообществ. Здесь тоже идет конференция. Стартапы, эксперты и корпорации. Что мы будем проводить? У них там круглый стол огромный. Разные таланты. Для стартапов у нас будут проводиться различные первичные активности, программы развития, это инкубация, акселерация, чтобы сформировать критическую массу талантов, команд. Это есть основа нашей программы, потому что мы ищем молодые умы, новые стартапы, затем что будет для экспертов. Это мы будем проводить стратегические сессии, практики по стимулированию инноваций в формате брейнсторминг с участием экспертов сферы Green and Climate. Также для корпораций будут проводиться технологические конкурсы в формате сбора талантов стартап-команд с целью решения технологических задач. Ну, то есть это я вам прям очень кратко рассказала. Можно следующий слайд? Следующий слайд. Ну, то есть, если, допустим, будут подаваться 200 проектов, в процессе развития будут отбираться 50 проектов, дальше к отбору придут только 10 проектов. Не все проекты пройдут. Дальше можно? Дальше. Это у нас карта экосистемы. То есть... Самый важный первичный шаг экосистемы – это набор и формирование, как я уже говорила, критической массы талантов, команд, проектов в экологической индустрии. То есть, когда мы их уже будем набирать, вот это, по этой карте мы будем вот, сотрудничать с вузами, колледжами, проводить различные привлечения бизнес-инвесторов и ангелов. И таким образом будут финансироваться зеленые проекты. Поэтому спасибо, что уделили время, это так краткое ознакомление. Спасибо. Спасибо, Камиля. На этом я хочу поблагодарить всех наших участников, что сессия, посвященная вопросам изучения кадрового обеспечения для энергетической отрасли и в целом для всех отраслей экономики, считается завершенной. Но я хочу передать слово модератору следующей сессии, Таутенову Ибадулла Эгалиевичу. Он является доктором сельскохозяйственных наук, профессором, ведущим преподавателем, профессором в этом направлении. Пожалуйста. Я құрметті конференцияға қатысушылар, я құрметті әріптестер, құрметті жастар, студенттеріміз. Бүгін біз керемет мінекей осындай бір ғылыми форумның куәсі болып отырмыз. Я мне осыны ұйымдастырған университет басшылығына, мына ғылымды үйлестіру бөлімінің қызметкерлеріне,
ең бастысы мына кафедра меңгерушісі Гүлнәр Құдайбергеновнаның командасына рахмет айтамыз. Біраз көзіміз ашылып қалды. Иә, бұл энергиясыз күн жоқ. Иә. Күнделікті біз қанша осы электр энергиясын пайдаланамыз. Кез келген шаруамызда. Екінші, бүгін біз мына Гүлбазар Ақылғызы басқарып отырған мамандар даярлау секциясына. Бұл кісі көп жұмыс атқарған екен. Енді мінекей жарты күнге қанша керемет ғалымдармен кездестік, өндірушілермен кездестік, олардың пікірлерін тыңдадық. Мен риза болғаным, мына депутаттар, биліктегілер, жаңа министерствода істейтін кісілер барлығы өз саласының маман екенін көрсетті, және көпшілігі ана тілімізде сөйледі. Қандай керемет, біздің қазақ тілде ғылымда сөйлеуге болады екен. Енді 50 жылда ел жаңа дейді. Мына заман өзгеріп жатыр. Талаптар өзгеріп жатыр. Халықтың сұранысы артып келе жатыр. Мінекей бұған жаңа форматтағы мамандықтар керек, жаңа креативті ойлайтын мамандар керек. Мінекей осыған арналған дейміз. Ал енді біздің секцияға келсек, бұл агроөнеркәсіп саласында ресурс үнемдеу. Өздеріңіз білесіздер, агроөнеркәсіп саласы бұл асыраушы сала. Мұнда тамақ өндіріледі, мал азығы өндіріледі, және өңдеу саласының шикізаттар өндіріледі. Үстіңізде киіп жүрген киім, дәрі дәрмек, барлығы осы ауыл шаруашылығы өндірісінде. Өкінішке орай жыл сайын әлемде миллиондаған гектар жерлер азайып келеді. Мінекей сол себепті мына біздің алпауыт елдер қазір жаңағы синтетикалық тағамдарға көшіп кетті. Ал біз Құдайға шүкір, міне жаңа 9-шы орында жеріміз бар деп атырмыз ғой. Соның арқасында біз жаңағы табиғи өнімдерді қолданып жүрміз, жеп жүрміз. Сондықтан да біздің халықтың денсаулығы зор болу керек, және өмір жасы ұзақ болу керек. Енді мінекей мына кадры решают все деген Извините, отключился звук у вас. В программе Zoom пропал звук.
Саламатсыз дарма, бүгінгі қатысушылар. Бүгінгі менің тақырыбым бойынша құрыш дақылының минералдық қоректенуі және алғы дақылдарды, алғы дақылдарына байланысты тыңайтқыш қолдану. Бұл негізгі ауыл шаруашылық саласы Қазақстанда емес, күріш шаруашылығы әлемде орын алып келе жатырған асыраушы дақылдардың бірі. Әлемнің 110 мемлекеті күріш дақылымен егіп, және онымен тұтынумен айналысады. Үлкен алпауыт мемлекеттердің қатарында экспортқа күріш дақылын шығарумен біздің Қызылорда өңірі де айналысып келеді. Қызылорда өңірінің маманданған дақылы. Енді осы күріш дақылын азайтып, оның орнына диверсификациялық дақылдарды енгізу ұсынылып отыр. Бірақ қазіргі таңда біз экспортқа шетелден Қызылорда өңіріне қаржы түсіріп отырған күріш дақылымыздың көлемін азайтқанмен өнімділікті жоғарылатудың жағдайын қарастырып келеміз. Ол бойынша Ибадулла ағайдың тәжірибесі бойынша бастамасымен тыңайтқыштарды дер кезінде жүйелі қолдану жүйесін ұсынылып отыр. Ол деп отырғанымыз әуелі алғы дақылдарды дұрыс мамандандыру, дұрыс таңдау және солардан кейінгі тыңайтқыштарды дер кезінде уақытымен беруді ұсынып отырмыз. Және ол кезде шығынды азайту барысында тыңайтқыштың мөлшерін көбейту арқылы өнімділікті сапасын көтеруге, әлемдегі бағасын түсірмеуге жағдай жасап отырмыз. Енді бұл жұмыста сіздер көріп отырсыздар, Қазақстанда негізі күріш Қызылорда өңірінде, Алматы облысында және де Тараз, тағы басқа да осы оңтүстік суармалы егіншілікте егілетіндігін көріп отырсыздар. Осы күріш дақылы біздің мемлекетімізді қаржыландырып тұрғаннан кейін ресурс үнемдеу мақсатында әуел топыраққа келеміз. Қызылорда өңірінің топырағы қоректілік жағынан өте нашар болмаса, қоректілігі аз деп айтуға болады. Оның қарашірінді мөлшері өздеріңіз білетінде 0,15 және 1%. Міне осы барысында біздің көмекке келетін агрохимия саласы, осы тыңайтқыштар бізге көмекке келіп, өнімділігімізді жоғарылатуға мүмкіндік беріп отыр. Сол барысында бізде макро тыңайтқыштарды ұсынып отырмыз. Ол жерде азот, фосфор, калий тыңайтқышы осы күріш өнімділігіне өзінің өсіп өну дәуіріндегі мөлшерінің өзін дұрыс беріп, дұрыс нормасын қоюды ұсынып отырмыз. Ол жерде біз тәжірибеге бірнеше нелер алдық, оның ішінде азот тыңайтқышы аса үлкен мән беріліп отыр. Өйткені азот тыңайтқышын дұрыс берсек, біз күріш өнімділігін бірінші бойының өсуі, оның өнуі, оның тұқым беруінің өзіне тікелей атсалса, тек азоттың айтшымыз, фосфор калийдің айтқыштары да бар, бірақ азоттың айтқышының тұқымның ірілігі сапасына деген қасиетін арттыратын зор қасиеті бар екендігіне аса мән беріп отырмыз. Енді тыңайтқыштарды қай кезде беру керек деген кезде біз жанара жерлер қазір тәжірибе салынған, сол тәжірибеде күріш дақылын үш түрлі фонда ектік. Бірінші көп жылдық бұршақ тұқымда шөптерден кейін, жоңышқадан кейін, сосын көп жылдық шөптерден кейінгі жаңадай шыртылған жерге және де күріш минеративтік танапқа егілді. Сол кездегі тыңайтқыш мөлшерлері көрсетілген. Сол жерде зерттеу барысында нәтижемді қортып айтатын болсам, нәтижесінде тыңайтқыштың мөлшерін арттыру арқылы өнімнің сапасын арттырып,
мынау қазіргі таңдағы дағдарыстан күріштің егіс көлемін азайтқанымен өнімділікті сақтап қалуды ұсынып отырмыз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите продолжить нашу работу, работу нашей секции «Гендерное равенство в водно-энергетических отраслях. Исследования и перспективы». Ну, по многим, по одной из версий, термин «гендер» был введен в науку американским психоаналитиком Робертом Столлером в 1963 году. И на протяжении этого времени гендерная теория стала инструментом моделирования общества и формирования нового типа сознания через социальные институты. Поэтому разрешите дать слово главному эксперту научно-информационного центра Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии Яхияева Куралай Алмаганбет Кызы. Спасибо. Су ресурстарын басқарудағы гендерлік стратегия деген тақырыпқа алған болатын. Енді 2015 жылы Біріккен Ұлттар ұйымына мүше болып отырған барлық мемлекеттеріміз 2030 жылға дейінгі тұрақты даму мақсаттарын қабылдаған болатын. Сол қабылдау шеңберінде 2030 жылға дейін барлық деңгейлерде, оның ішінде қажет болған жерлерде трансшекаралық ынтымақтастық арқылы су ресурстарын кешенді басқаруды енгізуге міндеттенген еді. Ол 42 айында 2015 жылы біздің елімізде президенті қатысып осы міндеттемеге қол қойып келген болатын. Бұл міндеттеменің 6-шы мақсаты су ресурстары мен санитарияның барлығы үшін болуымен тиімді пайдалануды қамтамасыз ету деп аталады. Оның ішінде 6-5-1 деген мақсат, ол гендерлік теңдікпен жаңағы 6-5 деген мақсатымыз ол трансшекаралық су ресурстарын басқару ғой. Ал енді соған қол жеткізу, соның талаптарына 2030-ға дейін қол жеткізуге мына біздің 5-ші мақсат ол жерде гендерлік теңдік деп аталады. Сол екеуінің арасындағы байланысқа тоқтағым келіп отыр. Мен өзім жаңа атап өткенде мемлекетаралық су шаруашылық комиссиясынан соның ғылыми ақпараттық орталығында сарапшы болу 20 жылдан бері қызмет атқарамын. Ал ол біздің орталықтың негізінде мына жаһандық су серіктестігіне мүшелікке өткен болатынбыз. Жаһандық су серіктестігі бүкіл әлем бойынша 14 аймақтан құралады. Ол бір байланысып жатқан жаңағы серіктестік, бір-біріне ғылыми ақпараттық информациялық сондай көмектер беріп тұрады. Ол 1996 жылы құрылған. Ал Қазақстан оның құрамына 2004 жылы мүше болып кірді. Кейіннен 2008 жылы аккредитациядан ал оған кіру үшін бүкіл су мәселесімен айналысатын мекемелер, оқу орындары бұл серіктестікке мүше болу арқылы біз ол қауымдастыққа кірген болатынбыз. Ал кейіннен 2012 жылы
бұл Қазақстан серіктестігі заңды тұлға ретінде тіркеліп Қазақстан аумағында өз қызметін жасап бастады. Енді Қазақстан серіктестігінің негізгі миссиясы негізгі миссиясы тұрақты даму үшін су ресурстарын басқарудағы басқару қағидаттарын ілгерілету мақсатында бейтарап ұйымдастырушы болып табылады. Яғни біздің де атқаратын қызметіміз, ұсынатын қызметіміз ол осындай басқосулар ұйымдастыру, партнерство деген сөз ғой, серіктестік деген, ол жаңағы тұрақты даму мақсаттарының 17-ші мақсатының бірі сол серіктестік болып табылады. Кез келген мәселені шешуге осы серіктестік арқылы қол жеткізген өте ыңғайлы екен, бүгінде көзіміз жетіп отыр. Себебі жаңағы инженерлік бағыттағы жерге, суға, энергетикаға қатысты мәселелердің өзін бірігіп серіктестік шешкен оңайға қол жеткізуге болатындығына көзіміз жетеді деп ойлаймын. Ал енді жаңағы мен атап айтып отырған жаһандық су серіктестігінің барлық деңгейде, ол мынау мемлекеттік деңгей, аймақтық деңгей және әлемдік деңгейде әйелдер мен ерлердің теңдестірілген өкілдігін, қажеттілігін, сондай-ақ әйелдердің осындай процестерге қатысу мүмкіндіктерін кеңейту маңыздылығын ескереді. Жаһандық су серіктестігінің дайындаған бағдарламалары су қауіпсіздігіне қол жеткізудің негізгі аспектісі ретінде су ресурстарын басқарудағы гендерлік мәселелерді ілгерілетуге бағытталған. Атап айтатын болсақ, 2014-2019 жылға арналған стратегиясының аясында 2015 жылы гендерлік стратегия дайындалған болатын. Қазіргі күнде 2020-2025 жылға арналған стратегияда да ол гендерлік стратегия өзекті орын алады. Әлі сол қабылданған стратегия бойынша жұмыс жалғастырылуда. Гендерлік теңдікті ілгерілету жөніндегі жұмыстар келесі бағыттарда қолданылып келеді. Бірінші, институционалдық көшбасшылық және жауапкершілік. Екінші, гендерлік интеграция және өзгерістерге ықпал ететініне талдау жүргізу. Үшінші, шешімдер қабылдауға және серіктестік қатынастарға толыққанды жан-жақты қатысу. Төртінші, ресурстарға тең қол жетімділік және оны бақылау. Осы төрт бағытта жұмыс жалғасып келеді. Бүкіл әлем бойынша Қазақстанда да бұл жұмыстар жалғасуда. Біздің жаһандық су серіктестігі Дублин принциптерін қолдайды. Және инклюзивтік мен гендерлік сезімталдық әрқашан негізгі құндылықтар болып табылады. Су ресурстары және тұрақтылық арасындағы өсіп келе жатқан қарым-қатынас, болашақ ұрпақ үшін суды дұрыс қорғау және басқару бойынша барлық күш-жігерімізді гендерлік теңдікті қолдай отырып, қамтамасыз ету үшін көбірек жұмыс жасауды қажет етеді. Дублин принциптерімен гендерлік теңдік деген атап өтетін болсақ, ол жерде үшінші қағида бар. Әйелдер сумен қамтамасыз етуде, суды басқаруда және су қауіпсіздігінде орталық рөл атқарады. Барлық су ресурстарын басқару мен дамытудың институционалдық механизмдеріне әйелдер су жеткізуші, су пайдаланушы, тіршілік ету ортасын қорғаушы ретінде сирек көрсетілген. Бұл қағиданы қабылдау және жүзеге асыру әйелдердің нақты қажеттіліктерін қанағаттандыру, сондай-ақ құқықтарын қамтамасыз ету және кеңейту аясында су ресурстары бағдарламасына барлық деңгейде қатысу үшін олар анықтаған тәсілдер мен шешім қабылдауға және жүзеге асыруға әйелдердің мүмкіндіктерін қарастыруға оң саясат қажет деп көрсетілген. Енді мен қысқарта өтейін, бұл гендерлік саясаттың және ол оған қатысты біздің жаһандық су серіктестігі құрамында өзіміздің жасап жатқан жұмыстарымызды мен аттап өтейін. Оны мен таныстаңыздар болады, сайтымызда бар. Мен енді осы Қазақстандағы гендерлік саясатқа қатысты қандай механизмдер бар, қандай құжатнамалар бар, соған тоқталып өтейін. Енді Қазақстанды алатын болсақ, гендерлік саясат саласында алғашқы қадамдар 1995 жылы жасалған. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы
отбасы, әйелдер және демографиялық саясат мәселелері жөніндегі кеңес құрылған. Ал кейіннен 1998 жылы Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымының әйелдерге қатысты кемсітушілікті барлық нысандарын жою туралы конвенцияға қосылған. Осы қосылғаннан кейін әлгі құрылған біздің кеңесіміз Қазақстан Республикасы президенті жанындағы отбасы және әйелдер істері жөніндегі ұлттық комиссия болып қайта құрылды. 1997 жылы Қазақстандағы әйелдердің жағдайын жақсартудың мемлекеттік саясатының тұжырымдамасы мақұлданды. Ал 1999 жылы Қазақстан Республикасындағы әйелдердің жағдайын жақсарту жөніндегі ұлттық іс-қимыл жоспары әзірленген болатын. Гендерлік саясат жақсарту үшін 2016 жылдың соңында Қазақстанда 2030 жылға дейінгі отбасылық және гендерлік саясат тұжырымдамасы қабылданды. Онда әйелдердің экономикалық мүмкіндіктерін кеңейту бойынша ұстаным күшейтілген. Ал енді қазір біздің 2024 жылы Қазақстан Республикасының су ресурстарын басқару жүйесін дамытудың 2024-2030 жылдарға арналған тұжырымдамасы ақпан айында бекітілді. Дегенмен де тұжырымдамада су ресурстарын басқаруда гендерлік саясаттың орны нақтыланбаған. Айта кететін болсақ, біздің көптеген бағдарламамызда гендерлік саясаттың қабылданғандығы жөнінде көрсетілмеген. Бірақ дегенмен де су саласында, неге слайдтарында бар еді, ол қазір көрсетілген ғана. Су саласында әйел азаматтар көп қызмет атқарады. Біздің Қазақстан Республикасының су басқару жүйесі 8 бассейннен тұрады. Сол 8 бассейннің екеуін әйел азаматтар басқарып келді. Ал су ресурстары комитетінде де жаңа төраға орынбасары 2 адам әйел адам. Онан қалды осындай үлкен кеңестер, жиындар өткізіледі. Одан қалды су ресурстарында маман дайындауда әйел адамдардың көптеп қызмет атқаратындығын өз көзімізге көріп жүрміз. Енді Қазақстанда ондай әйелдерге айтарлықтай бір жаңа кемсітушілік деген сияқты мына дамымаған елдерге или дамып келе жатқан елдерге қарағанда Қазақстанда ондай кемсітушілік жоқ. Тең правада, тең құқыда қызмет атқарып келеді. Ал енді мына ауылдық жерлерге өтетін болсақ, мына суды пайдаланушылардың арасында енді ол жақта аздау. Себебі бұрын қанша дегенмен қазақи менталитетіміз ер адамдар көбіне ауыл шаруашылық нелер, фермерлік нелерде әйелдер саны әзірге аздау, бірақ өздеріңізге белгілі осы Қызылорда облысында да біршама әйел азаматтарымыз жеке фермерлік немесе теплица жаңағы шаруашылық деген сияқты құрып қол жеткізіп жатқанына көзіміз жетіп отыр, көріп отырмыз. Сондықтан су басқарудағы әйелдердің рөлі біздің Қазақстанда жақсы дамыған деп айтуға болады. Енді мына тұрақты даму мақсаттарын бағалауға келетін болсақ, жаңа Викторна шығып кетті, да бұл жерде бізде қиындықтар қайда? Себебі бізде мынау гендерлік болсын, басқа болсын нақты белгіленбегендіктен бағалау қиын. Бізде тұрақты дамуды Қазақстан Республикасында статистика агенттігіне тапсырған ең жауапты оператор сол кісілер. Бірақ әр үш жыл сайын Біріккен Ұлттар ұйымына Қазақстан дайындаймыз, есеп дайындайды. Сол есеп дайындау кезінде оларға біздің эксперттік көмегіміз керек болады. Себебі үкіметтік статистикалық мәліметтермен баға беру қиындық болып тұр әзірге. Рахмет, қысқаша осы. Үлкен рахмет, Құралай ханым. Үлкен мәлімет, көп мәлімет алдық. Бұл жерде в продолжении хочу еще сказать, что гендерное равенство означает, что женщины и мужчины должны иметь одинаковые права, да, одинаковые права, обязанности, возможности. Поэтому в основе исследования гендерной теории должны находиться и мужской пол. Поэтому разрешите сейчас представить магистранта второго курса обучения водного хозяйства и землеустройства образовательной программы
Хамзаев Асылхан и Абзалиев Ержан, которые занимаются научно-исследовательскими работами, работают в нашей программе, в программном целевом финансировании, делают исследования. Пожалуйста. Баршаңызға қайырлы кеш. Төгінді суларды тазалау. Бүгінгі баяндаманың тақырыбы төгінді суларды тазалау және оны өндірісте қайта пайдалану. Төгінді суларды өндірісте пайдалану арқылы өзенге тасталатын төгінді сулардың көлемін азайту және қоршаған ортадағы экологиялық жүктемені төмендету. Қазақстан Республикасы осы салаларды сумен қамтамасыз етеді. Олар 65% ауыл шаруашылығына, 24% электроэнергетикасы, 5.3% мемлекеттік басқару, ал 3.2% металлургия болса, 1.2% тау-кен өнеркәсібі. Бірінші нұсқа бойынша ұсынылған схемада қоршаған ортаны және Қызылорда қаласы төңірегіндегі суармалы жерлердің экологиялық мелиоративті жағдайын жақсартады. Жалпы баршаңызға мәлім, күріш дақылы ол суды көп қажет ететіндіктен жылдан жылға егіс алқабын қысқарту көзделіп отыр. Алайда Қызылорда облысында күріш дақылын егудің негізгі себептерінің бірі ол топырақтың сортаң болуына байланысты, және де басқа дақылдарға қарағанда осы күріш дақылы топырақтың су тұз және қоректік режимдерін жақсартады. Сондықтан осы схеманы қолдана отырып, қазіргі таңдағы суармалы алқап ауданын сақтай отырып, күріштікке берілген суды басқа да дақылдарға пайдалану, мысалға мал азықтық дақылдар және ағашты суаруға суару арқылы су шығынын 2-3 есеге азайта аламыз. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. По этой теме также есть второй вариант экономии именно питьевой воды. Это мы затронули исследование именно автомойки и вот наиболее затратное использование питьевой воды. И по городу Кызылорда мы насчитали около 140 автомоек в среднем. Одна автомойка в год обслуживает 19 тысяч машин. На одну машину расходится от 30 до 40 литров воды, именно питьевой. Это среднее значение, иногда варьируется меньше, иногда больше. И поэтому на одну машину в год уходит 760 кубических метров питьевой воды. А если мы еще также умножим это на количество автомоек в городе, это 140 автомоек, то получится 106 400 кубических метров питьевой воды. Это только использует автомойка. Также существуют такие мелкие предприятия, как мойка ковров. Одна такая небольшая организация обслуживает 7800 клиентов. На один ковер требуется 45 литров питьевой воды, и в год она использует 351 кубических метра. Это только одна организация. Если умножим на 8, то получится 2808 кубических метров питьевой воды в год. И исходя из этого, следует именно экономить питьевую воду. Как мы знаем, это вся вода уходит обратно в водоем. И поэтому мы исследовали зарубежный опыт. Британская компания Axin нашли такой метод, как коллектор воды, именно очистительное сооружение. Он до 99% очищает именно питьевую воду, загрязненные воды. И также берет и обратно использует эту же воду. Если мы внедрим эту технологию в нашу сферу, именно в нашем городе, то мы сэкономим до 60-70% питьевой воды по городу. Также хотелось добавить, что вот эти значения 109 208 кубических метров питьевой воды, она ежегодно увеличивается за счет того, что увеличивается население, количество автомоек и так далее, обслуживание все больше и больше. Поэтому в перспективе это дает нам возможность экономить очень большое количество питьевой воды. Вот, на этом все.
Рахмет, Асылхан, Ержан, молодцы. Енді тағы да бір екі-үш докладымыз бар, но уақыт тығыз болғандықтан олар рұқсат берді. Мы его в печатном виде будем опубликуем электронный вариантын. Рахмет. Ал құрметті бүгінгі конференцияға қатысушылар, бүгінгі біздің тарихи іс-шара өзінің мәресіне жетті дейм. Сіздердің барлықтарыңызға осындай үлкен шыдаммен, осындай үлкен зейінмен, осындай Қызылорданың ыстық лебінде отырып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Бүгінгі конференцияның резолюциясын Майнұр Әбілтаевна әрбір спикерлардың берген ұсыныстарын біздің хатшылар бар, осы сессияда отырған солардың бәрлігін жинақтап, ана жоғарғы жақтағы біздің лауазымдағы сөйлеген адамдардың алдына, үстелдерінің үстеріне қоятын болсақ, біздің жұмысымыз ілгерілейді деп ойлаймын. Мына конференцияны біз тек қана бас қосып, осылай сөйлеп тарап кету үшін емес, бүгінгі мәселеде негізгі ұсыныстар, негізгі беретін біздің ойлар, соның бәрлігін жинақтап, осы конференцияның резолюциясын, Майнұр Әбілтаевна, бәрлігін реттеп, әрбір спикерлардың ұсыныстарын жинап, резолюциясын надо опубликовать в средствах массовой информации, потому что такую программу, такую проблему, которая связана с подготовкой кадров новой формации для зеленой экономики, это вот расширено было именно рассмотрено на базе Кызылординского университета имени Коркут-Ата. Еще раз хочу поблагодарить вас за ваше участие активное. Хочу пожелать вам крепкого здоровья. И вы именно тот кирпичик, который делаете мир более, значит, более ясным, более справедливым и работаете на благо всего человечества в улучшении охраны окружающей среды, в улучшении и достижении целей устойчивого развития. Рахмет үлкен. Осымен конференциямыз аяқталды.